что происходило вот пару дней назад на Советской, и что милиция бездействовала, и как можно на них рассчитывать, если вот будут приезжать люди на Мерседесах и ничего не сделают, только на себя. Беспредел, нету закона, нет власти, нет некому следить за этим всем. Я не знаю теперь, что вообще можно поменять помимо власти. Пьяных много у нас, наркоманов много, нету контроля над ними. Добрий вечір, шановні гості, шановні експерти, наші глядачі. Добрий вечір усі, хто, як завжди, по четвергах о 19:30 збирається біля своїх екранів, як телевізорів, так і моніторів, адже ми мовимо не тільки на звичним способом в телеефірі, але й ведемо прямі трансляції в інтернеті. Отже, ми раді бачити усіх, хто, як завжди, по 19:30 по четвергах збирається для того, щоб взяти участь у програмі «Контраргумент». Я недаремно кажу «взяти участь», адже за півгодини ви побачите на ваших екранах телефони нашого прямого зв'язку. Власне, я можу сказати їх вам зараз, 76-92-42. За цими телефонами ви зможете зателефонувати сюди і долучитися до нашої розмови. Крім того, можете вже зараз писати нам в інтернеті, на мою особисту сторінку, на сторінку нашої програми в інтернеті. До речі, там іде і трансляція. Отже, будь ласка, будемо разом. І, як ви зрозуміли з нашого коротенького опитування, мова сьогодні піде про безпеку, про особисту безпеку. Автором цієї ідеї є Володимир Борисович Євсеєв, людина, яка має, крім всього іншого, вже й авторський курс з основ особистої безпеки. Мова піде не тільки про фізичні виклики, але й про фінансові, про дуже багато чого цікавого. Залишайтеся з нами, як завжди, буде дуже цікаво, дуже корисно, адже сьогодні наша аудиторія, як завжди, складається з дуже компетентних, дуже обізнаних, дуже фахово підготовлених, дуже досвідчених людей. І моя співведуча Віолетта Рутюнян зараз представить наших гостей. Будь ласка, Віолетта. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Дуже насиченими видалися останні два тижні на події у місті, в області. Тому у наших гостях сьогодні присутні люди, які компетентні відповісти на будь-які ваші запитання стосовно безпеки. Отже, Володимир Євсеєв, експерт з питань фінансової та економічної безпеки. Візитівку, будь ласка, на екран. Володимир Євсеєв, 49 років, освіта вища, незалежний експерт з питань фінансової та економічної безпеки. Засновник, декан Південної бізнес-школи, автор проєкту «Економічна безпека громадянина», учбового тренінгу «Практичні рекомендації з економічного планування свого бізнесу». Сергій Стужук, полковник Міністерства внутрішніх справ у відставці. Будь ласка, візитівку. Сергій Стужук, 42 роки. Три вищі освіти – юридична, магістр історії та управління. Протягом 23 років працював в органах внутрішніх справ, полковник запасу, віце-президент обласної федерації кіокушин-карате, керівник Центру історії, політології та права Миколаївського національного аграрного університету, президент Міжнародного дослідницького університету. Отже, як бачите, вже навіть гості наші, які беруть сьогодні участь у програмі, вражають, а ви ще не бачили наших експертів. Втім, експерти представлятимуться по ходу програми, коли вступатимуть, долучатимуться до нашої дискусії. А зараз я хочу для того, щоб розібратися з термінами, запропонувати вам сюжет мого колеги Дениса Костенка, з якого, власне, ви зрозумієте, що мається на увазі, коли ми кажемо про небезпеку чи безпеку. Будь ласка. Життя є найвищою формою існування матерії. Невід'ємною властивістю усього живого є активність. Як елемент в глобальній екологічній системі, людина відчуває на собі вплив законів природнього світу, основний з яких – вміння виживати. Будь-яка діяльність людини є потенційно небезпечною. Безпека – стан людини, в якому з певною вірогідністю виключна можливість нанесення шкоди її здоров'ю. Носіями небезпек можуть бути природні процеси та явища, елементи техногенного середовища, людські дії, що криють в собі загрозу. Відтак всі небезпеки поділяються на чотири групи.
Перші три вказують на те, що небезпеки за своїм походженням належать до трьох елементів життєвого середовища, яке оточує людину – природнього, техногенного та соціального. До четвертої групи належать небезпеки, джерелами яких є комбінація попередніх трьох. Якби людина кожен раз перш ніж щось вчинити, розраховувала ризики, то більшість злочинів, нещасних випадків, конфліктів можна було б уникнути. Ризик – це частота реалізації небезпеки та невід'ємний супутник будь-якої активної діяльності людини. До речі, треба знати і пам'ятати залізне правило, що енергія будь-якого конфлікту завжди спрямована у бік його збільшення. У результаті своєї бурхливої діяльності людина досягла величезних успіхів у перетворенні навколишнього світу. Проте досягнення науково-технічного прогресу при створенні комфортних умов життя призвели до утворення нових видів небезпек та водночас до поступової деградації у людини інстинкту самозбереження. Отже, зрозуміло, про що піде мова. Зрозуміло, ми, сподіваюсь, визначилися певним чином із термінами також. І, будь ласка, Володимир Борисович, вам слово. Ваша хвилина для того, щоб визначитися з ключовими тезами. Добрий вечір. Прежде всего, большое спасибо областной телекомпании и лично вам, Ярослав, за то, что вы приняли идею этой передачи. На наш взгляд, она весьма на злобу дня. Я обращаюсь к экспертам, которые находятся в этой замечательной студии. Я предлагаю сегодняшнее время эфирное потратить не на критику, не на попытку рассказать, как могло бы быть, если бы кто-то сделал иначе. Я предлагаю сконцентрироваться на том, чтобы дать конкретные рецепты и рекомендации нашим с вами глядачам по тем вопросам, которые вот сегодня являются весьма актуальными. Как защитить их самих, их семьи, их детей, их жен, как защитить их имущество, материальные ценности, которые они с таким трудом накапливали в наше непростое время. Поэтому я предлагаю быть минимально критиканством, максимальный конструктивизм. Ну, я думаю, что, в общем, совсем уж без критики не обойдется. События последних недель, по-моему, просто к этому сильно предрасполагают. Однако, безусловно, мы не будем сосредотачиваться исключительно на критике. Пожалуйста, Сергей. Я также благодарен за приглашение на передачу. У меня как бы дебют, не был здесь ни в качестве эксперта. Для начала понравится, потом не выгоним вас отсюда. Вот. Я думаю, что превысить актуальность сегодняшней темы передачи, наверное, невозможно. Потому что всех нас сегодня окружает большое количество опасностей. И если правильно идентифицировать эти опасности и правильно вовремя реагировать, то мир станет намного безопаснее. И есть заблуждение, что основной опасностью у нас являются именно насильственные преступления, что далеко не так. Очень много сейчас у нас существует IT-угроз, мошенничеств всевозможных видов, у нас большое количество экономических преступлений. Одних только рейдерских захватов в прошлом году было целых 3000, 90% из которых были успешными. И болезни, окружающая среда, как мы видели в ролике, говорит о том, что это понятие гораздо шире. И правильные действия, благодаря сегодняшней передаче, я думаю, наши зрители и вообще жители Николаевской области при помощи этой передачи смогут сделать свою жизнь более безопасной и хорошей. Спасибо. Собственно говоря, мы не первый раз уже говорим о безопасности, безопасности в разных видах. Владимир Борисович действительно выдающийся эксперт в этой области, и каждый раз он находит новые слова, новые повороты. Однако, наверное, никогда эта тема, во-первых, не казалась нам всем столь актуальной, а с другой стороны, наверное, она давно уже, в общем-то, не вызывала такого ощущения какой-то безнадежности и незащищенности, потому что то, что происходит последние недели, буквально тут Николаев трясет, в общем-то, я думаю, не дает поводов для такого, знаете, небожительского рассуждения вдали от критики и как бы поближе к теории и поближе к каким-нибудь преступлениям, которые или опасностям, которые не являются насильственными. Давайте вспомним, что в Николаеве формировало повестку дня в последнюю неделю. В ніч на 24 серпня під час затримання правоохоронцями загинув 33-річний житель Кривого Озера.
Кілька поліцейських прибули на виклик розбиратися з сімейною сваркою. Закували в кайданки нетверезого місцевого жителя Олександра Цукермана і стали його бити. За інформацією правоохоронців, він поводився неадекватно, побив таксиста. За словами жителів Кривого озера, поліцейські били Цукермана кийками, руками і ногами, після чого людина померла. Поліція визнала, що її співробітники застосували заходи фізичного впливу. Прокуратурою Миколаївської області було розпочато кримінальне провадження за статтею «Перевищення влади або службових повноважень працівників правоохоронних органів», що карається строком від 7 до 10 років. 26 серпня. Розбійний напад посеред білого дня в центрі Миколаєва. Троє невідомих людей в масках пограбували чоловіка, коли той вийшов із банківської установи. Здобичу зловмисників стали 2 мільйона 600 тисяч гривень. З'ясувалось, у той час, коли потерпілий виїжджав на своєму автомобілі «Лада Пріора» від відділення банку, розташованого на проспекту Центральному, злочинці з масками на обличчях вистрілили в бокове заднє скло його транспортного засобу та з салону забрали сумку, в якій, зі слів заявника, знаходилось понад 2,5 мільйонів гривень. Після скоєного нападники зникли на автомобілі темного кольору. Було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій», що карається позбавленням волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Слышь ти, твій телефон, коза, сука. 30 серпня, перша година ночі. Дебош на перехресті вулиць Соборної та Макарова. Конфлікт між дівчиною та хлопцем. Вона викликала таксі і спробувала поїхати. Проте чоловік, який до того ж був на підпитку, поїхати машині не дав. Почав бити по автівці з такою силою, що водій таксі зупинився та вийшов подивитись на завдану шкоду. Перепало і йому. Викликали поліцію, однак поліцейські, яких, до речі, було достатньо для вгамування двох п'яних, чомусь робити це не поспішали. Тим часом дебошири переключили свою увагу на свідків бійки. Побої отримав один з перехожих на очах свого сина. Тільки тоді правоохоронці наділи кайданки на одного з хуліганів. Другий же спокійно поїхав на своєму мерседесі. Людей обурило таке ставлення, якщо мажор, то все йому можна. І це лише події за останній тиждень. Отже, поруч з цим, я думаю, якщо трохи розширити наші часові межі, то можна згадати і ситуацію з просто зухвалим рекламуванням наркотиків посеред Миколаєва, і з тим, що не менш зухвало і досить ефектно були випущені на волю люди, яких затримали на гарячому. Можна багато чого ще рахувати, згадати, і як у нас поліція затримувала перевізника підгузників, укладаючи його в асфальт обличчям як терориста. Багато чого на цікавого було. І тому не дивно, що люди відчуваються безпорадними, люди відчуваються беззахисними. І в наших опитуваннях, ми трохи далі це побачимо, вони кажуть, що єдину небезпеку, яку вони зараз відчувають, вони відчувають саме з боку поліції. Отже, що робити? Я розумію, що не вся поліція складається з таких представників. Ми усі дуже раділи, коли бачили нову поліцію, дуже багато сподівань на неї покладали. І я сподіваюся, що все ж таки це було не даремно. Не даремно у нас є представники поліції, не даремно у нас є колишній співробітник органів внутрішніх справ. Я думаю, нам буде про що поговорити. Я хотів би зараз запропонувати слово Андрію Лахматову, адже він дуже активно останнім часом просто перебуває в центрі цього виру подій. І, напевно, що вам, Андрію, є що сказати. Ну, я буду апеллировать к господину Владимиру Евсееву с тем, что да, действительно, наверное, мы много критикуем, мало предлагаем, да, но я тогда сконстатирую факт для того, чтобы начать нашу дискуссию. Я констатирую этот факт уже давно, и он состоит в том, что на сегодняшний день в Украине нет правоохранительных органов, нет государства как такового. И это проявляется, в принципе, каждый день в большей или меньшей степени. Где-то, конечно, ситуация лучше, где-то хуже. В данных случаях, которые были продемонстрированы, мой вывод полной деградации правоохранительной системы, как ни прискорбно об этом говорить. Создание новой полиции немного улучшило ситуацию с ощущением человека на улице, да, когда он
действительно может столкнуться с вежливым сотрудником полиции, который может ему, если не защитить, то помочь его в какой-то проблеме. В то же время мы видим непрофессионализм часто этих людей, что вот мы наблюдали на улице Соборной. Мы видели непрофессионализм этих людей в Кривом озере, это старая полиция, как оказалось, и она непрофессиональна, несмотря на то, что она старая и опытная, как часто говорят. Потому что, по моему глубокому убеждению, действительно нападать с лопатой на полицейских не нужно, но если такое уже происходит, то задача полицейских — сохранить жизнь. И ситуация с наркотиками – это вообще отдельная тема, где государство вообще не участвует в этих процессах, они говорят там о контроле, ну, говоря о контроле этих процессов, да, о привлечении к ответственности тех, кто этим занимается, хотя бы какое-то препятствие этому бизнесу, который, если можно так его назвать, который расцветает с каждым днем и просто придумывает все новые маркетинговые ходы и так далее. Что с этим делать? Я думаю, что те, кто могут как-то влиять на ситуацию на уровне государства, политики и так далее, обязаны этим заниматься. Обычным гражданам мой совет исключительно не провоцировать конфликты, да, в том числе и с правоохранительными органами, да, если мы будем говорить о том, что об этих случаях, да. Потому что либо вы будете застрелены, как это произошло в Кривом озере, либо вы будете отпущены с позором на всю страну, как это было на Советском Николаеве. И, собственно, ну, все, я думаю, что Владимир скажет, какие есть способы, да, и физической, и экономической, да, безопасности. Но я вынужден констатировать и критиковать постоянно, регулярно, держать в тонусе, как я это могу делать, да, в рамках моих возможностей, главу национальной полиции, министра внутренних дел, и здесь внизу, так скажем так, ну вот как-то так, наверное. Ну, я думаю, что в принципе, вот как раз те, кто там геройствовал на Советской, они вряд ли чувствуют какие-то угрызения совести, и в том кругу, в котором они вращаются, наверняка они вполне себе герои, поэтому я не думаю, что моральное осуждение каким-то образом на них повлияет. А вот что касается, кстати, вот этой ситуации с наркотиками, и она пересекается в известной степени с тем, о чем говорил Сергей, с IT-преступлениями, то эти какой удивительный коллапс происходит, да? С одной стороны, когда заходит речь о том, что открыто торгуют наркотиками в интернете, то мы слышим о том, что у нас нет законодательной базы для того, чтобы закрыть сайты. Хакеры у нас все как-то сразу перевелись, и вот нет у нас возможности эти сайты каким-то образом ликвидировать, сломать, все что угодно сделать. Но зато, когда понадобился телефон Олега Деренюги, то как-то сразу нашлись методы против Кости Сапрыкина для того, чтобы к этому телефону подобраться и в него забраться. Поэтому вот как-то мне кажется, что все-таки если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно. Вот давайте, пожалуйста, думаю, что уже достаточно вопросов накопилось, на которые Владимир Борисович, и вы, Сергей, можете ответить. Милости просим. Вроде как по первенству. Ну, вопрос безопасности гражданина или вопрос безопасности его семьи сегодня, с моей точки зрения, может рассматриваться в контексте четырех О. О – это образование, первое. Второе О – это объединение. Третье О – это оружие. Четвертое О – это организация. Совсем вкратце об этих тезисах. Первое – образование. Гражданин и члены его семьи должны иметь не только образование школьное или высшее, они обязаны в наших условиях иметь образование по безопасности, физической безопасности. Здесь вот много присутствует спортсменов, которые обязательно скажут об этом. Сказать не только об этой безопасности физической, но и технической безопасности, экономической безопасности. Они должны быть образованы. Второй момент, второе О – они должны быть объединены. То есть образованные люди должны объединяться по принципам безопасности своей семьи, вплоть до того, что они должны формировать определенные группы, определенные товарищества, которые могут обезопасить и подъезд, и двор, дворовую территорию, не говоря уже о каких-то квартальных моментах. Мы перед началом передачи вот с вами сегодня об этом говорили. Третье О – оружие. Я считаю, что сегодня в этих условиях наши граждане должны иметь полное
право моральное, не законодательное, к сожалению, оно, наверное, не будет дано, но моральное право приобретать все средства возможные для технической защиты, начиная от сигнализации, тревожных кнопок, установки там GPS-трекеров и прочее, которые позволяют следить, в том числе и за детьми, где находятся они, вот, заканчивая огнестрельным оружием. И четвертое О – это организация, образованная, объединенное вооруженное общество должно быть организовано, иначе это будет хаос. И я это не придумал сам. Я взял это из деклараций, которые писали 150 лет отцы-основатели в Соединенных Штатах Америки. Как побороть преступность, которая в то время достигла апогея. То есть ничего придумывать не надо, я говорю об этом постоянно. Смотрим источники. И если там где-то в том источнике был результат, давайте это транслировать на нашу реальность. Сергей, ну вот Владимир Борисович предлагает в том числе и достаточно незаконные методы, как я понимаю. То есть говоря о том, что юридически мы прав не дождемся, но зато морально, в общем, должны уже вооружаться. Как с точки зрения, по крайней мере, бывшего правоохранителя, а нынешнего, я так понимаю, практикующего специалиста безопасности, примирить эти два начала? Я думаю, что они уже примирены. Моральное вооружение – это же моральное вооружение. И я хотел бы отметить, что на самом деле сейчас у населения есть большой уровень, большое количество средств защиты разрешенных. Какие-то можно приобретать без какого-либо разрешения, а какие-то нужно получить. Я не буду подробно об этом говорить, но это есть. Хотя, честно скажу, что я лично, мое персональное мнение, я абсолютно против разрешения огнестрельного оружия населению, потому что, грубо говоря, и так понятно, сейчас оно у нас запрещено, и сейчас, тем не менее, его у нас очень много. Оружия настолько много сейчас, в том числе автоматического и гранат, что на черном рынке оружие подешевело в 3 раза. Сейчас автомат Калашникова уже стоит $300-400, когда еще недавно он стоил 1200 и так далее и тому подобное. Сейчас автомат для охоты, скажем так, переделанный автомат, стоит в 2 раза дороже в магазине, чем настоящий автомат, который можно приобретать для, ну, естественно, на черном рынке. Касаемо вооружения, я 2 руками поддерживаю Владимира, я не только поддерживаю, а мы с ним работаем в этом направлении в тандеме. Как бы объединяем финансовые, экономические и другие аспекты. И хотел бы отметить, что самое главное вооружение – это знание. Всегда и во всем. И главное, что наша передача, да, сегодня, я уверен в этом, благодаря нашим экспертам, это вооружить их знаниями. Потому что угроз очень много. И самые основные мы рассмотрим, как нужно бороться и что в этом мире делать. Большое спасибо. У нас есть два, сейчас, секундочку, Игорь, у нас есть 2 достаточно высокопоставленных сотрудника полиции и охраны, и я думаю, что, во-первых, коль скоро о полиции шла речь, то вам наверняка просто необходимо дать слово, а во-вторых, видимо, что уже и в словах наших гостей появились некоторые моменты, которые вам следует прокомментировать. Пожалуйста. Начальник управления полиции и охраны в Николаевской области, майор полиции Цыпин Вячеслав Бориславович. Что касается по вопросам безопасности граждан, да, к сожалению, на сегодняшний день незаконного оружия у гражданского населения, это можно назвать их на сегодняшний день преступники даже, потому что они хранят и покупают это оружие незаконно. Хотя на сегодняшний день в магазине можно приобрести оружие вполне легально. И на сегодняшний день, если в магазине это оружие переделанное, те же самые автоматы, они стреляют только одиночными, полуавтоматическим огнем, то на черном рынке те же, как были сказаны, автоматы Калашникова, они стреляют очередями. Так же самое пистолеты, у нас на сегодняшний день нету законодательства, чтобы легализировать даже то оружие огнестрельное, те же самые автоматы, те же самые пистолеты, которые находятся у людей на руках, их легализировать просто нельзя. Их можно просто сдать под месячник сдачи сброи, либо так прийти в райотдел, написать заявление, и у людей не будет уголовной за это ответственности. В свою очередь, люди, те, которые законопослушны, они не могут пойти в разрешительную систему
Национальной полиции Украины получить разрешение на приобретение этого оружия, потому что его просто не существует. Но у бандитов, те, которые есть, и у них есть это оружие, оно у них есть все на руках. А законопослушный гражданин не может этого купить. И в свою очередь он как бы и хочет защитить свою семью, но он не может. Если взять практику в Соединенных Штатах Америки, то там даже введен налог на то, что если у человека нет оружия, то он платит налог на то, что и полиция его охраняет. У нас, к сожалению, этого нет. Если бы было, ну это лично мое мнение, да, если бы это законодательно было урегулировано, и при всем при этом, что наши граждане уже морально бы осознали о уголовной ответственности и морально были готовы к применению оружия, если это согласно законодательству было, к сожалению, да, были бы такие ситуации, то я бы думаю, что это повлекло позитивный такой тенден в нашей стране. Спасибо. Спасибо. Большое. Вашем коллеге что добавить? Пока нет. Хорошо, тогда Игорь Пох обозначался как следующий спикер. Пожалуйста. Да, спасибо. По поводу оружия. Вот буквально вчера хорошо нам всем знакомый Давид Арахамия написал такой, как выяснилось, шуточный пост в Фейсбуке о том, что а вот давайте, дескать, сделаем такой, проведем эксперимент, и вот в связи с такими николаевскими этими печальными событиями сделаем вот на территории Николаева, легализуем, да, огнестрельное оружие. Вот и пусть люди вооружатся, и это будет классно. То есть звучало это как действительно некий такой посыл, потом выяснилось, что это шуточный пост, ну а я это воспринял как вполне серьезное и написал свое видение этого. Так вот, лично мое, как абсолютно пацифистского настроенного человека, видение следующее. Несколько пунктов коротких. Первое, это как раз то, о чем говорил Владимир Борисович. Обучение, да, то есть знание. Кто, где и когда будет обучать людей обращаться с оружием. То есть, если брать, например, абсолютно вооруженную страну, гражданское население, такое как Швейцария, либо как некоторые штаты в Соединенных Штатах Америки, потому что там в разных штатах совершенно разная ситуация с ношением и хранением оружия. Так вот, например, в Швейцарии там тиры на каждом шагу, там курсы на каждом шагу. И когда мне там пытались в комментариях ответить, мол, таких тиров не может быть и не должно быть больше, чем, например, автошкол в Николаеве, то я с этим абсолютно не согласен. И самый основной, на мой взгляд, аспект, проблема вот этого всего, даже не само оружие как оружие, а возможность или невозможность его приобрести. Потому что я просто зашел в интернет, просто вот первый попавшийся интернет-магазин, где можно приобрести травматическое оружие, то есть пистолет для отстрела резиновых пуль. Так вот, пистолет Ford украинского производства, Ford 12, если не ошибаюсь, стоит 12 500 гривен. А теперь представьте, сколько будет стоить боевой пистолет, который будет продаваться легально в магазине. Это исключая еще разрешение, за которое нужно платить деньги, это патроны, которые нужно отстреливать, обучаясь в тире и так далее. То есть, как минимум, это, ну, пусть даже 20 тысяч. И вот представьте себе, люди, у которых средняя зарплата в Николаеве, там, 3-4 тысячи гривен, сможет ли человек купить себе пистолет за 25 тысяч гривен? То есть об этом же никто не говорит. Все говорят, надо вооружаться, потому что у нас нет другого выхода. Да, вооружаться – это последнее дело, на мой взгляд. Первое дело – это нормальная абсолютно полиция, которая должна защищать людей. Вот полицию нужно выстраивать, а уже вооружаться гражданскому населению – это действительно последнее дело. Спасибо. Спасибо. У нас есть несколько человек, которые как раз вот учат, как и без оружия себя защищать. И что самое главное, это действительно целая философия. Причем вот разные люди, философии, как я понимаю, разные. Но суть одна. Человек не должен чувствовать себя жертвой, потому что объективное поведение, собственно, провоцирует насильника. Поэтому, пожалуйста, господа, кто из вас начнет? Ну, вот Григорий ближе всех, вот Григорий Хозяинов, я думаю, и проложит начало этому направлению. Григорий Хозяинов, тренер, преподаватель восточных единоборств. На самом деле, действительно, для того, чтобы вооружить людей, я думаю, для начала нужно вот то самое «О» – организация. То есть организовать, и прежде всего, чтобы они были организованы морально, готовы к этому. На данный момент я не вижу, что они готовы. А
говоря о возможности обучения и развития внутри своих возможностей, там, естественно, стоит посещать определенные курсы, которые есть, и залы спортивные, и в них, скажем так, у нас вот недавно зашел вопрос, как бы дискуссия между друзьями, нужен ли рукопашный бой в армии. И после долгих обсуждений мы понимаем, что рукопашный бой в армии нужен для того, чтобы дисциплинировать. Так же самое, занимаясь восточными единоборствами, любым видом спорта, даже жим лежа, приседания со штангой, дисциплинирует человека. Соответственно, выстраивая его действия в определенной ситуации, то есть он учится выживать, учится реагировать, то есть, как бы, то быть в тонусе. А это придает уверенность. Именно работая в зале, с тренажерами, с мешками, в паре, мы получаем опыт. Опыт работы на дистанции, ближней, дальней. И опыт нам дает возможность быть уверенным в себе. Спасибо. Однако не секрет, что очень часто чемпионов мира по рукопашному бою просто избивают подворотник, потому что ситуация совершенно разная на улице и в спортзале, каким бы приближенным ни было обучение именно в спортзале. Сейчас, секундочку, Игорь, я тебя вижу. Однако я хотел бы передать слово Сергею Щербакову, потому что Сергей уже давно у нас как бы стал завсегдатаем и наших новостных сюжетов. Сергей, микрофон у Виолетты останется. И в студии уже бывал не раз. И я вот ему перед передачей говорил, что до недавнего времени я очень так скептически, иронично, саркастично относился ко всяким нашим харунжам, исаулам, атаманам. Потому что, в общем-то, казацкое движение у нас, оно было, знаете, хорошо пошутил Анатолий Гриценко в свое время, когда ему спросили, почему вы не занимаетесь развитием казацтва. Он сказал, ну, когда немцы начнут заниматься развитием тевтонства, а французы развитием мушкетерства, то самое время будет украинцам заняться развитием казацтва. То есть на самом деле такое впечатление, что они все рожались там атаманами, гетьманами, подхарунжами, потому что все ходили расшитые, с крестами, с животами. И все это было очень опереточно. Однако в последние вот пару лет я замечаю, что люди, которые совсем никаких себе званий и титулов не присваивают, на самом деле методично, системно и основательно занимаются как раз вот глубоким комплексным воспитанием детей, молодежи, причем и девочек, и мальчиков. И вот Сергей как раз один из таких людей. Поэтому, Сергей, пожалуйста. Ну, я хотел бы сказать, что на сегодняшний день у нас как бы не стоит вопрос, вооружаться или не вооружаться, когда в стране идет война. То есть как бы основа казацтва – это вооруженный все-таки человек, организованный человек. То есть организованный на основе семьи, организованный на уровне громады, организованный на уровне страны. На сегодняшний день у нас прекрасный момент, скажем так, это все соединить в одну точку. Значит, у нас был недавно спор по поводу, нужен ли нам закон. Закона, в принципе, у нас достаточно. То есть у нас, мы обучали территориальную оборону. Кто мешает нам на сегодняшний день, нашей стране? То есть что такое безопасность страны? Начинается с семьи. Поэтому на сегодняшний день люди, мужчины, которые не могут быть на базе военкоматов, основать такие курсы специальные, то есть людей, специалистов у нас предостаточно на сегодняшний день, где они могут проходить. Решение вопроса вооружения тоже может решаться на уровне державы нашей. Где эти оружия будут приписаны, где они могут охранять как семью, как свою громаду территорию и как полностью Украину, то есть входить в территорию обороны. И сейчас мы рассматриваем вопрос именно как казацтво, основа духа вот этого, что человек должен понимать безопасность себя, своей семьи, громады и страны. То есть поэтому прецедент очень интересный сегодня нам этот вопрос решить. Но только через обучение с этим согласен. Большое спасибо. Во-первых, у нас есть звонок зрителя. Одну секундочку, сейчас я дам вам слово. Во-вторых, я режиссеру напоминаю свою просьбу дать в эфире прямую ссылку, где идет трансляция в интернете. Люди вот пишут, просят, не могут нас найти. В-третьих, уже ретранслирую вопрос нашей зрительницы. Она говорит, что не найти вот так вот запросто в Николаеве курса по самообороне. Поэтому, пожалуйста, расскажите подробнее. И, пожалуйста, без философии, я цитирую. Сейчас мы на этот вопрос ответим, но для начала давайте послушаем зрителя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, я очень уважаю вашу аудиторию, но сегодня вы поднимаете такой вопрос,
Это что это? Мы уже будем на баррикаду, улица против улицы, дом против дома. Вы зачем агитируете вооружаться? Это что это за последний, это последний крик уже? Или как это? Прошу простить. Спасибо. Нет, все нормально. На самом деле, абсолютно нормальный вопрос. И я думаю, что если хотя бы какая-то часть зрителей поняла нас так, нам самое время внести ясность. Что там Игорь хотел? Да, пожалуйста, Игорь, и потом сюда, да. Я очень короткую реплику, вот как раз по поводу единоборств. Я, как я уже говорил, что я абсолютно пацифистский человек, не занимаюсь единоборствами, терпеть не могу оружие. Вот, но я хотел бы реплику вот по какому поводу. Возвращаясь к моей любимой теме, теме Израиля, вот, многие наши эксперты знают, что такое кравмага, я надеюсь. То есть кравмага – это такое искусственно созданная система единоборств, которую обучают в израильской армии, в израильской полиции, пограничников и так далее, и так далее. Есть множество курсов, то есть это основная система единоборств государства Израиля. Но сам весь цимус кравмага заключается в том, что эти единоборства основаны на уличных драках, то есть на системе уличных драк в замкнутых пространствах, то есть практически единоборство без каких-то четких определенных правил. То есть это борьба без правил. Почему именно так? Потому что они всю жизнь воюют. Им нужно обороняться каждый день в течение уже практически 70 лет. Поэтому я знаю, что и кравмага и в Украине уже есть. Я не знаю насчет Николаева, но во многих городах этой системе уже обучают. Есть курсы, есть клубы и так далее. Я бы на месте, например, наших экспертов, мастеров, такие курсы открыл бы и в Николаеве. Спасибо. Спасибо. Секундочку, Андрей. Вот Сергей Щербаков кивает на протяжении всего нашего разговора о школах. Я думаю, уже самое время говорить о чем-то вам, Сергей. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Шелест, Федерация Красный Дракон. Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Приветствую вас всех, студия. Здравствуйте, зрители. Большая проблема, знаете, в чем? Мы не можем вооружаться, значит, надо самим стать оружием, по факту. Но, извините, вопрос какой? Допустим, ну, например, человек занимается боевыми искусствами, какой-то плохой хулиган, бандит, неважно, как вы его назовете, к нему пристает, или там что-то там забирает сумочку у девочки. Этот человек его ударил, потому что он бить умеет. И случайно, мягко говоря, вырубил совсем. Вывод. Он защитил, но его посадили. То есть, получается, у нас, знаете, такая замкнутая система непоняток. То есть, получается, я занимаюсь боевыми искусствами и должен, по сути дела, отдать кошелек, потому что я не имею права бить, потому что так получается. С другой стороны, по поводу, опять же, оружия и прочего-прочего. Оружие может быть не обязательно пистолет. Оружие – это сознание человека, по факту. То есть, если я готов психологически работать на, опять же, не знаю, как в студии это говорить, на уничтожение, то я готов. Если же человек не готов, ну, хоть вы ему танк дайте, что? Он не стрельнет, то есть это тоже один из моментов. Потом дальше, что нам с этим делать, как с этим бороться? Опять же, допустим, мне многие задают вопросы по поводу женской самообороны и прочее. Все можно делать, если вы хотите защитить жизнь. С другой стороны, как это потом будет в правовом поле? А у нас никак. То есть если я защищаю, я уже сказал, повторяюсь, то я буду виноват. По поводу полиции. Вы знаете, я смотрел ролик, я не отношусь, не знаю, не смотрю там за наркотики и прочее. Вот смотрел ролик, который непосредственно касается меня лично, я имею в виду как боевое искусство. Вот на Советской были там какие-то разборки. Полиция не могла втроем или там вчетвером скрутить. И, ну извините, ну вот такого вот вообще никакого человека, не знаю, как человеком назвать, не знаю. Руку один стоял и крутил. Можете посмотреть, он 20 секунд и крутил. Что это за, как это можно вчетвером скручивать человека? Вот, то есть некомпетентность полиции полная, то есть это полная фиаско. Опять же, есть мастера. Вот там говорили за кравмага. Кравмага – это техника, опять же, нельзя в студии сказать, на убой, понимаете? Только, опять же, вы готовы это принять или нет? Боевое искусство в Винамент Вода, вот чем занимаюсь конкретно я, оно такое же. Но вы знаете, когда я вешал баннер, рекламу, и меня спрашивают, а что вы там будете делать? Я говорю, ну мы там руки, ноги, мы бьем там голову. А, в голову, боже мой, это насилие. Ну и, так это всего лишь голову, это я не уничтожил, это просто ударил. И что нам с этим делать? Получается, мы советы такие, знаете как, кравмага, хорошо. Скажите кому-то там шею свернуть, хорошо. Мы научим людей, хорошо, и...
А вот не зря у нас сейчас... Да. Спасибо огромное. Я понимаю, что это может выглядеть рекламой, однако это действительно полезная информация. Нет, пожалуйста, вы неправильно меня поняли. Если вы считаете нужным говорить о существующих курсах, именно об этом нас зрители спрашивают. Поэтому не стесняйтесь, говорите. Это то, что люди хотят знать. Сразу говорю, это никак не оплачено. Это действительно та информация, которую зрители хотят услышать. Андрей, пожалуйста, и потом, я думаю, Роман Иванович Возняк, тут уже достаточно вопросов возникло специально для вас. Пожалуйста, Андрей. Я по традиции программы «Контраргумент» часто игнорируют телезрителя. Я хочу ответить. Я полностью согласен с этой женщиной в том, что если вы сейчас просто посмотрите в социальных сетях, в принципе, на улице опросите людей, их отношение к вооружению, они все за. Во всех комментариях, что бы ни происходило, да надо нас дать нам оружие, мы сами разберемся, что эта полиция ничего не может. В принципе, мы уже находимся на той стадии, да, какого-то легкого невозврата, как по мне, с этими батальонами, которые существуют, да, которые, и это действительно угроза, это понимают, собственно, и в верхах, ну, не знаю, что с этим делать, да, с тем, что те, кто уже хотели вооружиться, давно вооружились, только используют это вооружение в совершенно других целях. И я не представляю, когда мы говорим о легализации наркотиков, всегда спорим, я всегда говорю, когда приводят, например, там, допустим, те же Нидерланды, говорю, да, но в Нидерландах курят травку по пятницам ради развлечения и отдыха, а у нас чего курят, чтобы от стресса уйти, да, там, от бедности, от проблем, там, и так далее. Что будет, если нам оружие еще дать в руки? Как мы его будем использовать? Как научить людей его использовать правильно? Как его здесь можно его использовать, здесь нельзя его использовать, да? Я не представляю, что это будет. Я не хочу идти по улице, где курящие спайс и соли люди еще возьмут в руки пистолеты. Как бы, поэтому здесь я полностью согласен с телезрителем. На сегодняшний день это последнее, что можно сделать для того, чтобы убить просто эту страну. А что касается вот всех единоборств и личной физической защиты людей, у меня вопрос такой вот, собственно, и к Владимиру, и к остальным участникам беседы. А вот приходит чемпион, как мы сказали, да, домой, у него квартира ограблена. Что делать чемпиону? Хорошо, тогда давайте, пожалуйста, полминуты вам на комментарий, потом Роман Иванович, а потом, я думаю, что по две минуты тут уже много накопилось, будет для вас. Пожалуйста. Извините, еще раз по поводу чемпионства. Вы знаете, вот тут прозвучала фраза, что чемпион мира, например, получает по лицу, да, на улице. Так вопрос какой? В том-то все и дело, что ситуация улица – это улица. У нас нету там правил, нету судьи, нету ринга, нету такого, что постучал по ручке, все, стоп, ты молодец, вот тебе тречка. Понимаете, то есть там большинство, в этом вся фишка заключается боевых искусств, скажем так, прикладных боевых искусств или, допустим, спортивных направлений. Я не против спортивных, я не против, это саморазвитие, это супер, становитесь просвещенными, хорошо, класс. Вопрос, если мы говорим об улице. То это и есть тенденция. Я более того, я это наблюдал, я это вижу постоянно. Обычно вот есть такой вот, у вас у всех есть друзья-боксеры, не хочу ничего плохого сказать против боксеров, классные ребята, но они всегда бинтуют руки, это просто краткий такой пример. Вот он ударил кого-то на улице, да, он ему сломал челюсть, он умеет бить, но сломал себе руку и ходит с гипсом. И диалог обычно происходит, я его там бах, ну так извините, да, фишка-то в том, что надо, опять же, ударить так, чтобы быть целым. Это ответ к тому, что по поводу... эти чемпионы мира и прочее-прочее попадают в какие-то передряги на улице. А по поводу насчет рекламы. Вы знаете, у нас все время проблема в том, что мы не хотим видеть, что у нас у самих в городе это есть. Я говорю за многие боевые искусства. Я не говорю о том, что у меня самое супер и прочее-прочее. Кикушинкай, там кикбоксинг и боксы. Пожалуйста, приходите. Это другой вопрос. Вы не хотите об этом знать, зрители не хотите знать. Есть сайты, есть, не знаю, там ВКонтакте, Одноклассники, заходите, смотрите, выбирайте, в Николаеве их много. Толку, что мы говорим постоянно на каждом столбу, обвешано, приходите, приходите, и у нас в группе два человека. Я образно говорю. То есть, по сути дела, это не мы виноваты, что мы вам не даем информацию, вы не хотите ее брать. До той поры, пока с вами не случается то, что случилось на Советской. А когда у вас, знаете, как жареный петух клюнул, вы, о, вдруг резко надо боевое искусство. И что самое интересное, давайте позовем каких-то экспертов из Израиля. Ребята, посмотрите на своих, зачем кормить кого-то? Ведь мы свои здесь есть. Как бы дайте нам зал, дайте нам возможность тренировать. Я уверен, что наши ребята, которые занимаются боевыми искусствами, я имею в виду мастера, тренера, с удовольствием будут тренировать, с удовольствием. Более того, мы знаем наш менталитет, мы знаем, как это что давать. Более того, философия боевых искусств – это не мордобой, это как раз наоборот развитие человека как личности. А это очень важно в обществе, когда мы перешли вдруг к оружию. И давайте всех сейчас кромсать, возьмем катану или пистолеты. Это ж будет как бы путь в никуда. Поэтому боевое искусство, как развитие личности человека, развитие, путь к просвещению. Умный человек никогда не будет, скажем так, ввязываться в драку.
никогда не будет там какие-то аферы, махинации финансовые, я просто в этом не эксперт, но в принципе не будет влазить. То есть это умный человек, а, как говорится, люди, которые хотят, что-то там, извините, как бы, это ж проблема, никто ж книжки не запрещает, читайте, развивайтесь. Спасибо. Спасибо. Автор великого трактата «Искусство войны» Суньзы говорил, что избежать битвы, значит, выиграть битву. Поэтому, безусловно, как раз философия-то боевых искусств, она и учит тому, как, будучи уверенным в себе и зная о себе, что если нужно будет, ты, в общем, себя и близких своих защитишь, избежать этого столкновения. Я должен сказать, что есть такой клуб мужества в Николаеве, совершенно выдающееся такое спортивное учреждение, которое уже много поколений не воспитала, причем, что, ну, вот я могу сказать, что я туда ходил, когда мне было 14 лет, сейчас я туда дочку свою вожу. И вот я таких вот родителей, которые 2-3 поколения туда ходят, они, я встречаю там достаточно много. Но что самое главное, что они много лет уже пытаются получить статус коммунального предприятия, говорят, нет, извините, ребята, пожалуйста, платите по полной программе. И они вынуждены поднимать цены, потому что в сезон у них уходят сумасшедшие деньги на одно только отопление. Будь они бюджетниками, не бы платили по другому. И, соответственно, это то, о чем говорил Игорь, как купить пистолет, если даже его разрешат, как пойти на курсы, как пойти на тренировку, если цены вырастают за эти тренировки настолько, что далеко не каждый может себе позволить. У нас есть звонок от зрителя, однако все-таки я хотел бы, чтобы Роман Иванович подвел определенную юридическую черту подо всем, о чем мы говорили, потому что самое время, я думаю, поговорить о юридических основаниях всего сказанного. Пожалуйста. Доброго вечера, шановні гості, шановні телеглядачі. Ви знаєте, я особисто хотів би привітати сьогодні з Днем знань і акцентувати на цьому, тому що знання – це сила, і знання не в загальної школи, да, не вищої школи, а й знання і принципів самооборони є сьогодні важливим принципом сьогодення. Я особисто проти зброї. Чому? Тому що, ну, по-перше, в нас на генетичному рівні нема культури володіння зброєю нашого народу. Да? Історично так склалося, що ми не були охотниками, як були мешканці Сполучених Штатів Америки першими. У нас нема цього. Тим паче, що сьогодні психологічний стан людей досить такий зворушливий. І отримавши зброю, ми не знаємо, як люди, не маючи культури користування, скористаються. Я все-таки спираюся на те, що так як є визначення держави і те, що монополію на використання сили, насильства має виключна держава, то повинні діяти державні інститути, які повинні просто високоякісно, на високому рівні забезпечувати виконання своїх функцій. А різні спортивні секції, різні навчання – це є добре. Тому що, по-перше, це є покращення фізичного здоров'я людини. І, по-друге, як діяти в ситуації. Але на що б я хотів звернути увагу? Те, що мій колега говорив, що буде, якщо щось зроблять. Я думаю, що нам треба переглянути інститут самооборони. Тому що у нас дуже розмите поняття кордону, чи перевищила людина самооборону, чи не перевищила. І це є принциповою позицією. Тому я все-таки звертаюся до всіх наших співгромадян з проханням все-таки ознайомлюватися як з правами, так і з обов'язками. Тому що у нас є ще інші сьогодні проблеми. Ми всі говоримо про те, що я маю право, але ми забуваємо, що наше право отримане тільки внаслідок того, що є право іншої особи, і ми зобов'язані це право шанувати. Коли ми будемо шанувати, тоді у нас буде і громадянське суспільство, і правова держава. Дякую. Я думаю, що ми ще раз повернемося до того, щоб все ж таки перейти до практичних порад. Давайте зараз послухаємо нашого глядача і потім так змістовно поговоримо з гостями, адже експерти практично усі вже висловилися. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Алло, добрий вечір, студія. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить хозяйного Григория Борисовича, который много лет занимается воспитанием подрастающего поколения. Мой сын занимается у него. И такое пожелание. Хотелось бы, чтобы в школьной программе обязательным было вот рукопашный бой, чтобы дети стали более адекватными, могли за себя постоять. Вот я считаю, что это необходимость для нашей молодежи.
Спасибо. Однако я должен сказать, что для этого еще необходимо все-таки, не знаю, на каком генетическом или каком уровне, но все-таки предрасположенность ребенка. Я вот могу сказать, что ребенок у меня с 4 лет занимается, девочка занимается дзюдо, а вот как бы и даже на соревнованиях побеждает, а вот бойцовского духа в ней вот такого вот нету. Я точно знаю, что борцом она не будет. Поэтому, поверьте, можно делать очень много чего для того, чтобы вроде как ребенка чему-то научить, но если в нем этого нету по каким-то причинам, то вряд ли вы это воспитаете. Конечно, можно его озлобить, можно, наверное, как-то там чему-то научить насильственно, но вряд ли стоит это делать, вряд ли стоит ломать психологическую модель. Пожалуйста. Если можно коротко, я просто до сих пор не могу понять. Мне кажется, что у нас немножко проблемы с категориями. Да? Мы говорим о безопасности, мы говорим о том, что если человек пошел на спортивную секцию, обязательно он будет культурным, в культурном вопросе применения силы и так далее. Геннадий Симов, один из участников событий на улице Соборной позавчера ночью, по образованию психолог-педагог. Мы видели, как он себя вел, да. Мне кажется, это совершенно не правило, да. Это совершенно, мне кажется, не связано даже иногда вещи. Мы помните Вадима Тетушко из города Белая Церковь. Откуда он был взят с партии регионов, да, и все остальные, из спортивных клубов. То есть, как бы, мне кажется, нельзя так это категорично и просто. Все очень просто. Идите, записывайте всех в клубы, и все будут какими, да, культурными, развитыми и образованными и так далее. Хорошо, да, давайте только, пожалуйста, быстро, потому что Сергей Щербаков еще, и наконец-то мы все-таки перейдем к гостям. Я попрошу вот, буквально минут 15 не давать звонков в студию, чтобы мы могли закончить вот именно этот отрезок. Пожалуйста. Вы понимаете, проблема в том, что воспитание молодежи, это надо, чтобы исходить от мастера. В принципе, правильно, очень правильно, нельзя всех загнать в клубы, и вот все стали вдруг бойцами. Однозначно, должна быть пропаганда вообще здорового образа жизни, в принципе. Но, опять же, самое главное, у нас проблема еще в чем, даже с мастерами боевых искусств. У нас, кто кому не лень, я не хочу никого обидеть, становится мастером. Полмесяца там что-то позанимался, какой-то там непонятный чемпион, все, я уже тренер. Тренер – это состояние души, это мастер, это который, вот, понимаете, он может не есть хлеб, он будет тренировать, потому что он хочет что-то сделать полезное на своем уровне, передать какие-то знания. Он никогда не полезет в драку, никогда не скажет, ты камнёво ножом. Да, он ему скажет, что вот есть такие-то приемы, есть такие-то запрещенные приемы. Но он его учит быть именно человечности, то есть то, что как бы, о чем была речь. А теперь маленькое, знаете, такое отступление по поводу психологической готовности и прочее. Я очень много во многих залах занимаюсь спортом вообще, и девушки, допустим, узнают, что я занимаюсь, я возвращаюсь к вопросу женской самообороны, и спрашивают меня, что делать, если меня, ну, в кавычках там, насилуют. Очень краткий ответ, я говорю, допустим, берете и пальцем в глаз. Дальше это комедия, вот просто комедия, вы понимаете, а девушки говорят, все вот говорят, ему же больно. Как бы да, но как бы с одной стороны смешно, но понимаете, неготовность просто психологически себя защищать. Но может быть в школах, знаете, не сколько курсы как таковой, как в глаз ткнуть, сколько сама психология, если вы хотите себя, то есть вы для себя должны решить, вы кто, жертва, либо вы хищник. Хищник может быть алым цветочком, еще раз уже много раз говорил, цветок, птичка села, опи съели. Но это ж цветочек, сапогом, да, и голову отлетел, понимаете, но цветок, а он хищник, он не является добычей. То есть рассказывать девушкам, у меня была практика такая, я рассказывал в школах, ходил официально от облспорткомитета и Министерства образования, говорил девушкам, рассказывал о женской самообороне. Вы знаете, неадекватное отношение к самому вот этому процессу. Меня не будут насиловать, я никому не нужен. Я старый хромой человек. Девушки красивые, милые дамы, вас будут, как говорится, надругаться над вашей честью. Вы должны это адекватно понимать, что делать. Если вы решили это делать, делайте. Если вы решили это не делать, ну тогда что я могу сказать? Тут, как бы вы там ни показывали пальцем, локтем или что-то делать, это бесполезно. Надо девушек, или вернее общество вообще в принципе говорит, учить психологической защите. Не обязательно, правильно, вы можете заниматься плаванием, но если к вам подходит плохой хулиган, вы должны адекватно действовать, ну в любом случае, ну поймите правильно, как бы я занимаюсь спортом, я красивый, классный, я убил, грубо говоря, 20 лет, ну, не за себя говорю вообще, на спорт, я закончил институт, умный, и для государства могу что-то сделать, и моя жизнь обрывается, какой-то мудак подошел, извините за слово, и меня... что-то там. То есть я должен быть готов что-то хорошо делать, понимаете? Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Так, я понимаю, что специалист подобен флюсу, его раздувают в одну сторону, это нормально. Я думаю, что то, что вы говорили о комплексном воспитании, тут Сергею Щербакову уж точно есть чем поделиться.
И потом я уже точно ни на какие поднятые руки не смотрю, даю кусочек еще времени Виолетте, она хочет поделиться личными переживаниями, и точно переходим к гостям. Пожалуйста. Ну, я хочу ответить репликой по поводу генетического кода воина, ну, скажу так. Значит, одной истории. Когда приехал к нам мастер из-за рубежа, он говорил, я достиг уровня, говорит, ну, мастерства восточных единоборств, говорит, и вот сама суть является, это вот когда мастеру в глаза смотришь, у него есть искра. Вот это и есть мастер. Говорит, когда приехал к вам на Украину, говорит, я смотрю в глаза вашим мужчинам, у них у всех глаза горят. Вот это коротко о генетическом коде. То есть мы казачество самой основы. И сейчас на сегодняшний день мы рассматриваем как такое боевая культура Украины. Это действительно для нас серьезный вопрос. На сегодняшний вопрос все знают специалисты, что-то, чем отличается спорт от традиционного вида спорта. То есть традиционный вид спорта, кто не знает, это изучение культуры своей страны. То есть, есть это тэквондо Корея, если там, ну, кажу. То есть, вот это есть философия, это основа, о чем говорил предыдущий. Михаил. Да. Поэтому боевая культура Украины как раз и заложена именно в передаче, в основном, от мужчин, мужчинам именно боевой культуры, которые должны быть защитниками. Я бы за женщин пока не говорю. Поэтому вот это есть основа возрождения этой культуры. И причем введение ее на государственном уровне. Тогда это что-то у нас, что-то будет. Спасибо. Віолетта, що-то ви хотіли сказати, і давайте вже нашим гостям. Так, я хочу повернутися до нашого глядача та відповісти. Якщо у школах будуть викладати бойове мистецтво, це дійсно цікаво, це зручно, не треба витрачати кошти на додаткові секції, але це небезпечно, у нас виникає ще одна небезпека. Тим паче, що останні роки спостерігається така тенденція, що на уроках фізкультури бували випадки, коли дитині бувало і погано. Ви всі знаєте, ви всі чули останні роки новини. І якщо будуть викладати бойове мистецтво у школах, це небезпека. А якщо будуть викладати психологічний самозахист для дітей, то це вже цікаво. Ну, тоді, я думаю, що ми просто плавно перейшли до того, що нам робити, якщо ми все ж таки не збираємося виражатися і усі разом записуватися у секції рукопашного бою. Будь ласка, Володимир Борисович, будь ласка, Сергій. Спасибо большое. Коллеги, вот и Михаил, и Сергей вот сказали очень интересные факты. Вместе с тем 25 лет независимости, да, которые мы сейчас вот праздновали, а у нас продолжается участие общества, рабское мышление. И оно формируется, в том числе из этих тезисов, которые рушатся перед нами на глазах. Наказание неотвратимо. Знаете этот тезис? Каждый знает. Но в этой стране, при нашей гордости, при национальной нашей гордости, где наказание неотвратимо? Покажите статистику неотвратимости наказаний. Все абсолютно знают, что можно откупиться на первом этапе, на втором, на третьем и так далее и тому подобное. Следующий тезис, который пришел к нам из далекого советского прошлого. Наша милиция нас бережет. Надо комментировать этот тезис. Уже так тоже понятно, мы говорим, не будем о критике. Но все-таки, действительно, вот эти два факта увеличивают криминальную ситуацию в нашей стране, особенно в нашем городе. И волны, циклы так называемого криминалитета, не будем сейчас вдаваться в подробность, тоже накладываются как раз на то, что мы сейчас только входим в стадию роста криминальной обстановки. А экономическая ситуация, которая складывается в нашей стране и в частности в нашем городе, давайте посмотрим по статистике. 2006-2007-2008 год, экономический рост страны и конкретная кривая падения преступности. Молодежь, особенно молодежь, видела, что можно заработать деньги. Провокаторы со стороны средств массовой информации, которые постоянно культивируют культ силы, насилия, убийства, кровь течет рекой с экранов. Это не тезис, это действительно факт. И мы на этом фоне говорим о том, что вот нет у нас предпосылок для того, чтобы быть образованными, технически, физически грамотными, не бояться применять оружие для самого себя, для самозахиста. Правильно вот коллега говорит, пальцем в глаз тыкнуть, ему же будет больно. Это рабская реальная философия. Я прекрасно понимаю, Виолетта, ваш тезис на предмет того, что дети в школах иногда падают, потому что они бегут 100-метровку. Но, увы, когда я занимаюсь вокруг, возле школы, утром делаю гимнастику, и выбегает 4-й класс, и впереди несется мат,
просто дикий мат. А потом спустя 5 минут выходит преподаватель и точно так же им на их же языке говорит: замолчали, начинаем что-то и делать. Мы не говорим за алкоголь и сигареты еще. Совершенно верно. Сегодня, начиная с 8-9 класса, найдите того одноклассника, который не курил бы, не употреблял какие-то слабоалкогольные напитки. Можно найти, но тяжело. То есть у нас идет полноценная деградация общества. К великому сожалению, пускай кто-то может даже обидеться, но это спровоцировано в том числе и нашим государством. Ему не надо организованные, обученные, хорошо вооруженные люди, потому что неорганизованные люди совершили Майдан 1 и 2 и отстояли нашу независимость. Представьте себе, что могут сделать вооруженные, организованные, грамотные люди. Они не позволят ни тарифному геноциду, ни прочим другим проявлениям, ни крышеванием со стороны государства, опять-таки, наркотрафика через нашу страну. Эта тема может быть отдельной передачи. Если захотите, я дам полноценную историю, как через Украину идет из Афганистана героин в Европу и почему у нас такая ситуация с этим. Поэтому, коллеги, я не то что призываю, может, я сейчас немножко более эмоционально, чем обычно выступаю, но накипело. И капля... Это в мой стакан. Это было заложенное буквально в 250 метрах от моего подъезда мина в Соляных всего лишь 1.5 месяца назад. Я был искренне рад, что молодой человек обнаружил эту мину, а не мои дети. Ее взрывали. Настоящие саперы по-настоящему взрывали. Простите меня. Но это что? Да, пожалуйста, Михаил. И... потом Сергей. Вот по поводу, я согласен полностью с экспертом, я по поводу того, что в школах урезали максимально уроки физкультуры, вот вообще. То есть всем детям вдалбливают в голову тангенс, котангенс. Я в какой-то передаче говорил, что вот всем присутствующим хоть когда-нибудь раз пригодился в жизни вообще вот реально там тангенс или котангенс? Нет. До сих пор не знаю, проблема рабского психология? Рабского психология в чем? Рабского психология в чем? Что мы это знаем, что нам оно не надо. Нам оно не надо. Но мы детям давай учи. Вместо того, чтобы правильно физическое развитие влечет за собой умственный голод, я начинаю хотеть чего-то знать больше, читать и прочее, прочее. А у нас дети как? Пришел в школу, планшет взял, сидит. Два человека бегают, что-то там бегают, какой-то баскетбол, 30 человек сидит, а и какой правильно? Кто они вырастут? Овощами. Я прошу прощения, но овощами. То есть он просто пробежится за маршруткой, он, извините, умрет, просто сердце станет. Не потому, что он такой плохой, хороший, но мы же сами своих же детей, мы своих детей, грубо говоря, принижаем планку. Вы все помните, наши мамы, папы, бабушки бегали 3 километра, там, 5 километров на руки в скульптуре, это была норма. И никто не умирал. Я не знаю, может быть, там какие-то случаи были, но это единичные случаи. Все поголовно, грубо говоря, были в армии. Я сейчас не о том, что там агитирую за армию или не за армию. Нет, просто. То есть мы сами себе создали низкую планку. А не можешь бегать, у тебя сердечко. Ну, сядь посиди. Да это ж не приговор. Сердечко слабое, но так есть другие. Занимайся там как бы оздоровительной физкультурой и прочее, прочее, прочее. Это будет рост. Если мы, а как у нас, один урок физкультуры в неделю, зато у нас все математика. Все, что ли, Эйнштейнами станут? А потом правильно, какой-то выходит, извините, быдло. Оно никакое, ну два раза что-то там видела, ногой ударила, и она этого Эйнштейна ставит как хочет. Вот и все. И те же самые Эйнштейны у нас, грубо говоря, извините, опять же, в полиции. Я прошу прощения, никого не хотел обидеть, но по факту. Спасибо. Тогда, прежде чем передать слово Сергею, я хочу показать сюжет в иллюстрацию слов Владимира Борисовича. Собственно говоря, многих слов, которые здесь звучали. Это к вопросу о том, что да, полиция там где-то может недорабатывать, где-то там превышать полномочия. Однако самое страшное, что полиция сплошь и рядом бездействует. И вот то, о чем говорит сейчас Михаил, я так понимаю, что все они, наверное, проходили какие-то курсы там и регулярно проходят. Ну, посмотришь, красивые, развитые, действительно спортивные, ни одного живота там не видно. Ну, действительно классно. А на практике, вон, пожалуйста, зимой мы показывали сюжет возле бара «Шульц», два наряда, не могли одного раздухарившегося товарища повязать. Мало того, он потом еще в отделении глумился. Да я, говорит, какие вы полицейские, я вас одной левой всех завалил. Вот, пожалуйста, как бы результат. Мы не стали этого показывать просто потому, что слишком много пришлось бы передачу бы этому посвятили. Однако что-то хочет сказать Андрей, потом посмотрим сюжет о том, что это не...
физическая какая-то вот неуверенность или неготовность, а это, по-моему, абсолютное психологическое нежелание действительно нас защищать. Пожалуйста, Андрей, потом сюжет. Я немножко хочу ответить на ваш вопрос, почему, да, мы зимой и сейчас видели случаи, когда полиция боится применить силу, да, где нужно ее применить. Я общался и с руководителями полиции, да, на эту тему. Они объясняют это тем, что полицейские после случая в Киеве с убийством пассажира машин, да, за которые они гнались, они все, во-первых, и общество их настолько поставило в такие рамки, что они боятся, они думают 300 раз, достать ли дубинку, достать ли пистолет, достать ли наручники, заломать или не заломать, потому что потом, будут неправы в обществе, да, в соцсетях и везде, прокуратура затаскает, на всю жизнь запомнится. И вот тут надо как бы, я им всегда отвечаю так: почему об этом не говорите? Почему не видите, что у вас прокуратура незаслуженно тягает каждого за какое-то малейшее применение силы? Да, в моем понимании, ну, если передо мной стоит бык пьяный и кидается на прохожих, то тут надо уже пистолет в воздух, а потом уже второй раз ногу, если не понимает, ну, грубо говоря. А стоять ему рассказывать, успокойтесь, могу я и без погонов, и без как бы полномочий. Поэтому тут как бы есть куча нюансов. Спасибо. Да, вот с одной стороны, есть действительно полиция неготовность. Полиция подключается, пожалуйста. Да, Вилет, давай сюда, отсюда же удобнее. Вилет. Пока Вилета проложит свои маршруты между креслами. Я бы хотел на то, что ответить на те вопросы, да, по поводу применения оружия, то, что полицейские там не применяют дубинку, тот пистолет вверх, когда кто-то там некорректно обращается с кем-то. У нас совершат преступления, да. У нас в законе Украины о полиции, раньше было это в законе Украины о милиции, четко прописано, когда работник полиции имеет право применять табельное оружие, и он не может выходить за эти рамки. То есть есть определенная ситуация, которая регламентирует эти действия. Да, если это общественное место, это один момент. Если это где-то находится в поле, это совсем другой момент. Для этого, вот вы говорите, да, работники полиции, вы обобщаете все, полностью систему полиции в общем. Есть отдельное созданное подразделение, у нас в полиции есть следователи, уголовный розыск, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, патрульная полиция, за которую вы сейчас говорите, да, вот непосредственно мы представляем управление полиции охраны, которое на сегодняшний день осуществляет, собственно, ту же самую охрану в городе, да. И на сегодняшний день те люди, которые пользуются нашими услугами, еще ни одной не было жалобы, то, что мы людям не помогли, да, то, что наши экипажи, которые выезжают на место совершения преступления, когда люди либо нажали тревожную кнопку, либо сработала сигнализация, и мы им не помогли. В наш адрес не было еще ни одного слова. Спасибо большое. Спасибо. Однако, все-таки, я думаю, есть разница между очень специальным подразделением милиции, с которым действительно заключается договор, и они приезжают к человеку, заключившему с ним договор, либо вот к тем сотрудникам полиции, которые, как в случае в Кривом озере, стояли и мило улыбались из-за решеток, глядя, ну, из-за решеток за своих ворот отделения, глядя на то, как пьяный гражданин не только пытался выбить их ворота и покататься в состоянии очень сильного опьянения на машине по Кривому озеру, но и нападал на журналиста, вот, в частности, на Виолетту. Виолетта, если хотите представить сюжет об этом, давайте представляйте и посмотрим сюжет. Добре, я скажу декілька слів. Для мене ця ситуація стала дикованкою, бо на очах у декількох десятків поліцейських, які стояли за зачиненими воротами, п'яний водій, я наголошую, водій, чіплявся не тільки до мене, та просто до перехожих. Це було дивно, бо коли ми покликали на допомогу поліцейських, ніякої реакції. Хоча я до цих пір захищала поліцію, я розуміла всі ці нюанси, коли вони дійсно бояться зайвий раз дістати і пістолети, і тому подібне. Але для мене ситуація не зрозуміла, тому я хочу, щоб ви переглянули мій сюжет і більш детально дізналися. Будь ласка, сюжет. Четвертого серпня 2015 року президент України підписав законопроект про національну поліцію.
Тисячі молодих людей по всій Україні пройшли навчання і тестування з метою служити народові. В Миколаєві поліцейські прийняли присягу 6 грудня 2015 року. Аби потрапити на службу, атестуватись мали всі. Як цивільні, котрі раніше жодного відношення до служби не мали, так і співробітники органів внутрішніх справ. Варто зазначити, що серед поліцейських міста велика кількість представниць прекрасної статі. На 500 поліцейських більше сотні – жінки. Проте у цій спеціальності статі немає. Доволі тендітні жінки працюють на рівні з чоловіками. З однією з патрульних розмовляли наші колеги з Києва. Люди ще не привикли бачити поліцейських дівчат, але у нас всього 30%, тобто основна частина чоловіків. Але це зроблено з тією цілі, щоб була гендерна рівність. Мені здається, на даний момент, коли це тільки ще почалось, суспільство має велику надію, велику віру. І головною задачею для нас є, щоб ця віра не розвінчалася. Але ж потрібно час, щоб ми показали це на своїх діях, щоб це було не просто на словах, що нова поліція, ми їй віримо, щоб це було вчинками. Час плинув, ми спостерігали за діями нової поліції. Патрульні допомагали всім, хто до них звертався. Навесні поточного року патрульні дивували нас благородними вчинками. Підгодовували покинутих цуценят, допомагали совеняті, який ледь не став жертвою собачої зграї, та рятували городян від змій. І чудово з цими справами впорались. Я поліцейський. Я тебе заарештую. Ти порушив закон, не я його писав. І може я навіть не згідний з ним, але тобі доведеться відповідати. І як би ти не благав, не випрошував або намагався сподобатись, ти все одно відповіси. І якщо ти тікатимеш, я наздожену тебе. Якщо нападеш, я битимуся. І навіть якщо ти вистрелиш, куля може бути смертельною, але відступати мені забороняє закон. Але загальне ставлення миколаївців до правоохоронців на краще не змінилось. Масові пограбування, хуліганство і навіть вбивства. Про це ми чуємо майже щодня. Парочку слов о личной безопасности в городе. Какие опасности нас окружают в Николаеве? Полиция. Только полиция. Только полиция. Она нас не защищает, она нас только уничтожает. Пока была милиция, было много лучше. Под одну гребенку нельзя всех судить? Уже хлопцы не знают, что и делать. Чьи им руки скручивать. Скрутят руки. Завтра без головы останется. Не без головы останется. Тоже будут виноваты. Не скрутили, виноваты. Народ как? Должен доверять полиции. А население сейчас, чтобы так полностью доверяло, нет. Ну вы сами видите, какая ее деятельность. Убивают, бьют. Вот вся ее деятельность. В случае какого-то хулиганства вы вызовете полицию? Нет, ні на кого надеяться. У зв'язку з останніми подіями в Кривому озері багато хто згадує Врадіївку, коли міліціонери побили і зґвалтували місцеву жительку, а люди пішли громити відділення міліції. Схожа ситуація сталася і зараз. Проте випадок 2011 року намагались приховати, а підозрювані в Кривоозерському вбивстві – за ґратами. Водночас після такого розголосу громадян вже немає ані страху, ані поваги до представників органів внутрішніх справ. І це одна з причин того, що наші земляки не завжди поводяться, скажімо так, достатньо чемно. Так сталося і на місці подій у Кривому озері. Я особисто спостерігала, як на очах у декількох десятків поліцейських чоловік у нетверезвому стані погрожував журналістам. І мені, зокрема. П'яний, сівши за кермо автівки, не збентежив поліцейських, які стояли за воротами. При зверненні по допомогу поліціянти розводили руками. Чому так сталося – питання риторичне. І це не єдиний випадок, коли захисники були помічені у бездіяльності. Проте одних звільняють за перевищення службових обов'язків, інших – за бездіяльність. 30 серпня мережу сколихнуло відео, на якому двоє молодих людей влаштували сімейні розборки, кидаючись при цьому на перехожих. Це все відбувалось на очах десятка поліцейських. Правоохоронці протягом 10 хвилин намагались затримати одного з хуліганів, але той на їх умовляння відповідав агресивною лайкою.
Потім сів у свій автомобіль і просто поїхав на очах у кількох екіпажів. Другого зловмисника все ж вдалося відвести до відділку. Зараз триває службове розслідування, за результатами якого всі патрульні, які проявили бездіяльність під час конфлікту в Миколаєві, будуть звільнені з лав Національної поліції. Та як кажуть, в сім'ї не без виродка. Багато наших захисників прийшли у поліцію змінювати нас та країну. І вони мають пам'ятати, що кожен з них створює обличчя всій Національній поліції. А зараз воно, обличчя, не дуже гарне. Отже, зараз Віля, ти є що додати, і нарешті Сергій, будь ласка. Я хочу сказати, що для мене дійсно є питання, чому негативно піарять зараз поліцію. Так, стався випадок, але вони ще багато чого доброго зробили. І коли негативно піарять поліцію, я спілкуючись з людьми, з нашими городянами міста, і питаю їх, як ви ставитесь до діяльності поліції, вони дуже негативно. Це нецензурна брань. Вони жодного слова б хорошого про поліцію не сказали, тому що мало хто з них самі стикувалися з представниками правоохоронних органів, а більше, що вони знають про поліцію, нову поліцію, це інформація. І, на жаль, зараз всі ЗМІ погані відгуки від поліції. І у громадян просто нема ані поваги, нічого нема до поліції. Вони мені кажуть, ну підійде він до мене, що він не зробить? Нічого. Тому я проти того, щоб негативно піарили правоохоронні органи. Все ж таки це органи, які правопорядок. Ми повинні їх поважати, вони піклуються про порядок у місті. Дякую. Так, панове, я перепрошую, Сергій вже у нас чекає на своє право виступу з початку програми практично, а я тут ніяк звідси мікрофон не передам. Будь ласка, Сергію, бо досить багато питань є. Я сподіваюся, що і наші поліцейські також долучаться до саме цієї теми. І я пропонував би вже зараз так би потихеньку цю тему закінчити і перейти до інших питань безпеки, адже справді все ж таки все не обмежується ані рукопашним боєм, ані спілкуванням з поліцією. Будь ласка, Сергій. Ви не повірите, я якраз об этом хотів сказати. Угу. Тому що всі, як говориться, в наше время, к сожалению, в нашій стране культурним людям бути тяжело. Если ты не проломаешь стенку, хороший ты человек или плохой, ты должен быть агрессивно направленным. И отчасти, вот, кстати, оно перекликается с тем, что я до сих пор не имел слова так долго. Потому что был слишком вежливым, и нужно проявлять какую-то активность. Либо кнопку взять ближе к себе, либо машать круче. Либо у меня есть преимущество, у меня есть микрофон. Я могу говорить, и меня слышно всегда. Но ты молчал. Я выжидал. Берите реванш, Сергей. Мы выдержали мхатовскую паузу. Я хочу сказать, что все-таки лейтмотивом того, что я хочу сказать, это обучение. Такое простое, казалось бы, простая вещь, именно обучение. Обучение не стрельбе, обучение не рукопашному бою, обучение всему. Я хотел бы обратить внимание, что вот мы до этого говорили про то, что иногда чемпион мира по какому-то единоборству может проиграть кучки отморозков или так далее и тому подобное, потому что у него есть какие-то, привык он бороться в каких-то правилах, которые непривычно нарушать сразу же, когда он работает. Это большая проблема не только для чемпионов, но и для большинства наших граждан. У нас не принято первым бить. У нас не принято бить лежачего. А если ты ударил и сделал хороший отпор, зачастую ты думаешь, он сейчас подумает и отстанет. Нет, такого не будет. Я тоже занимался в клубе «Мужество». Тоже до 15 лет, пока не переехал в другой район, и тогда я посвятил себя полностью кикбоксингу и карате. Вице-президентом которого я являюсь. Сказали, можно рекламировать, тренируйтесь кикбоксингу. Самое главное, я все-таки заострю внимание не на силовых моментах. Почему? Именно на обучении. Есть очень большое правило, что наличие спецсредств, оружия и так далее зачастую и является источником нападения. Иногда увидев, что у тебя есть оружие, на тебя нападают. Если бы не видели, то этого бы не было. 8 случаев из 10 применения каких-то спецсредств обычным человеком
заканчивается так, что ему бьют этим средством по голове. Нет. Потому что кроме того, что... Необученным человеком. Необученным. Обученным. А кто у нас обучается, да, как правильно стрелять с пистолета резиновыми пулями? А как правильно газовые... Я до сих пор, честно, не понимаю, зачем эти газовые пистолеты нужны, я не знаю. Может, для сигнала там и так далее. Но есть очень много других средств, о которых я не буду сейчас... Вот, они, да, это хорошая вещь, ты положил себе, это ты чувствуешь себя безопасным. Но когда наступает ситуация, ты проигрываешь бой. Вот этому нужно обучать, готовить, даже не тренировать, всех мы не сможем натренировать. И, кстати, к вопросу единоборств в школах. Если мы всех будем учить единоборствам в школах, то и нападающие же тоже будут обладать этими же приемами. А надо обучать людей, которые понимают, что ему нужно сохранить свою жизнь, здоровье, свою семью, своих детей. Он понимает, что он нормальный человек, он бизнесмен, он рабочий, он интеллигент. Ему нужно, и этому нужно обучать. Дальше. Я хочу сказать, что проблема про оружие, ну, реплика в сторону сторонников людей, которые за оружие. Я вам хочу сказать, что я постоянно поддерживаю общение сейчас со своими коллегами-полицейскими со всех стран. США, Канады, Европы, Азии, Австралии. И я вам хочу, что, как часто в пример представляется США, большие проблемы у них там. До сих пор не могут они уменьшить этот вопрос. Я вам скажу, просто статистика, математика – это серьезные аргументы. И просто взглянуть на одну чашу весов, взять, сколько убито из этих пистолетов бандитов и сколько убито своих детей, матерей, жен, родственников или ранено. И вы увидите, что процент, та тарелочка, на которой убивали и роняли своих, по осторожности либо умышленно, гораздо больше будет, чем та, которая оборонялись в случае нападения. Тем более, что кроме материальной, еще есть материальная проблема. И я хочу сказать еще реплику по поводу защиты человека государством. К сожалению, Андрей уже об этом говорил, мы можем вынуждены констатировать, что государство и все сферы, вся система правоохранительная, это же не только МВД. МВД это только одна из немногих. Не в состоянии сейчас полностью обезопасить человека. И людям нужно думать об этом. Это не в упрек. Во многих странах так существует тоже. И я хотел бы сказать, что человеку нужно думать об этом. И у меня был случай, буквально чуть ли не 20 лет назад, это как раз я вспоминал, было мое первое интервью, и именно на областном телевидении. Правда, они приезжали в райотдел, я тогда еще работал следователем. Молодой парень, 16-летний, подвергался угрозам наркомана, ну, на районе, как говорится, гнобил, унижал. И вы знаете, он не нашел тогда другого средства, как поставить растяжку у ворот этого бандита. 20 лет назад это был резонанс очень большой. Что даже сам областной прокурор поддерживал обвинение в этом деле. А парню было 16 лет. Он не нашел, он нашел средство. Он не нашел другого средства, как ему сделать. Не нашлось со всего спектра тех видов, о которых мы сегодня говорим. Он поставил растяжку, человек шел обратно с двумя друзьями. Открыл двери, взорвалась граната. Слава богу, это была РГД, а не F1. И поэтому все трое были ранены. Очень тяжело был ранен абсолютно человек, который к этому отношения не имел. Вот, это говорит о том, во-первых, что люди необученные делают неправильный выбор, а этому нужно учить. А во-вторых, это говорит о том, что нужно все-таки ставить, наконец-то, правоохранительную систему на то, чтобы она получала доверие, и она была инструментом защиты. И в то же время нашим гражданам не нужно забывать, что на Бога надейся, а сам не плашай. И поэтому обучение нужно обязательно. Причем обучение не только рукопашному бою и вооружению, но и как выходить на улицу. Ну правильно сказали, если вы пришли домой, у вас ограблена квартира, никакой рукопашный бой и оружие вам не помогут. Как ставить решетки, тревожные кнопки. Все знают, какие у нас есть системы охраны. У нас есть, нужно обучать, что нужно есть. Большинство людей у нас сегодня умирает не от убийства, не от механических каких-то повреждений. Люди умирают от болезней. Казалось бы, новая такая вещь, которую я сегодня изучала. Пищевые угрозы, экологические угрозы. Мы не знаем, где покупать продукты. Люди, бывает, берут лекарства и травятся, и умирают от лекарств.
собаки, уже эта проблема, я не знаю, предел уже, выше этого нет. Как действовать, что нужно делать? Убегать от собаки, отмахиваться, стрелять, ну, и, кроме того, что нужно разбираться с этой проблемой коренным образом, пока еще эта проблема есть, людей нужно обучать. А как? Об этом, конечно, нужно обязательно думать. И курс этот... Подождите, Михаил, сейчас, секундочку, от полиции. Комментарий нашего зрителя. От кухонного ножа погибло куда больше людей, чем от кольта миротворца. С вами не согласен. Не соглашаюсь. Кстати, я как тебе как раз сказал, это он как раз в унисон того, что я сказал. Потому что еще один нюанс, я даже благодарен зрителю, что последний момент, который я как раз упустил, мне зритель напомнил, конфликты в семье. То есть... Когда люди, мы боимся каких-то бандитов из подворотни, да, это правда, это бывает. Но самая большая угроза, это бывает, это именно конфликты в семье, на работе и неправильное развитие конфликта со своими соседями. Действительно, большинство убийств, это так называемая на профессиональном языке бытовуха, не пули в лоб. А нож соседу, собутыльнику, 5 минут назад это был твой товарищ, что-то не так сказали, нож туда. Бьет жену, жена, нож, сковородка и так далее. Поэтому я скажу, что я с ним согласен, и это как раз в унисон того, что я говорю. Спасибо. Пожалуйста, сейчас, секундочку, Михаил, вы много сегодня говорили, давайте, чтобы всем поровну досталось. Пожалуйста. В наш адрес прозвучала такая фраза, да, то, что мы являемся наемниками коммерсов. А никто из вас не учитывает того, что мы на сегодняшний день охраняем как и физическое, так и техническое средство защиты. То, что мы охраняем детские садики, школы, учебные заведения. Вот буквально сегодня были на первом звонку, да, к нам интернат обратился с такой просьбой, чтобы мы их взяли под охрану. Потому что реально на сегодняшний день управление полиции и охраны, да, зарекомендовало себя на этом рынке в Николаеве позитивно. И в том числе, да, как было сказано, что необходимо достаточное обучение там, личного состава, также и обучение обычных наших граждан, так я могу сказать то, что наши сотрудники постоянно проходят это обучение. Было сказано вопрос, то, что какая там сигнализация, как она будет работать, какие принципы работы. И нашего потребителя это не слишком должно интересовать. Их должно интересовать конечный результат, который. Когда они, если это тревожная кнопка, они тревожную кнопку нажали, и работники полиции, управления полиции охраны, приехало, им и помогло. Если это квартира ваша или наша, неважно чья, либо эта студия стоит под охраной, если сюда проник какой-то преступник, то сработала эта сигнализация, и работники полиции в тот срок, который указан в нашем договоре, приезжают вовремя и задерживают его на местах. Вот это вот самое главное. Главное, конечный результат. То есть, что есть какая-то позитивная динамика, то, что оказывается реальная помощь нашему населению. Поймите, вас на самом деле никто, такой, да? Никто то, не что... принижает. Нет, подождите. Вы отлично работаете, поверьте, я всегда говорил, что ДСО единственное силовое ведомство в Украине, которое всегда отлично работало. Вам платят за это. Нам платят. Нам с бюджета не выделяется ни копейки. Подрасчетные, я знаю. Вам платят за это. Если ты платишь, получишь в этой стране защиту. А можно один момент? По учителях именно вот. Давай, только, пожалуйста, коротко. Да-да, хорошо, пожалуйста, только коротко, потому что остальные не успеют. 30 секунд, включаем вам 30 секунд, смотрите. Об учителях как раз к 1 сентября. Вы знаете, проблема учителей в чем? Что сами учителя себя не то что недооценивают, они считают себя чем-то низшей расой, они сами это считают. Это арабская психология Советского Союза. В каком плане? Любой президент, любой бандит, любой, неважно кто, академик, он весь проходит через учителя. Вопрос какой? Пока учителя до той поры, пока учителя сами не поймут, не осознают, что он учитель, с большой буквы, он учитель, к нему все идут. То же самое касается врача. Как только у вас зуб болит, какой бы ты классный там ни был министр, я не знаю, кто ты бежишь к врачу. Так почему же у нас в обществе ценится бизнесмен выше, чем сам учитель? Учитель это первое вообще, самое, не знаю, самая вершина пирамиды, учитель, врач, я не знаю, как их там расставить, но в плане в защиту 1 сентября, пусть сами учителя, если кто меня слышит, пожалуйста, осознайте, что вы, не надо вас тюкать, не затюкайтесь сами, не становитесь, извините, в кавычках, чмошниками. Вы учитель, вы даете этим детям-бизнесменам знания, которые они потом будут идти
по жизни это. Поэтому поймите сами, учителя, вас с профессиональным праздником. Спасибо всем. Спасибо. Ну, я... Сергей Андреевич, как учитель, одну реплику. Да. По поводу этого вопроса. Пожалуйста. Дело в том, что, как было озвучено, преподаю еще в аграрном университете, то есть как бы тоже учитель. Угу. Вот. И я хотел бы сказать, что не соглашусь с вами. В такое низменное положение учителей, медиков, бюджетников, в том числе до последнего времени работников милиции, как и всех бюджетников, ставило государство. Когда ты получаешь 2000 гривен, ты не можешь ничего, ты в рот заглядываешь родителям, неважно кому, кто, где кому совесть позволяет. Так я хочу сказать, что, кстати, в Советском Союзе, нужно брать, если мы берем весь период, до, скажем так, 60-х годов, преподаватель, учитель, это был высочайший авторитет, хотя зарплата даже была небольшая тогда. И последнее, я хотел бы сказать, что, наверное, где-то видел фразу такую в Фейсбуке, что такое впечатление по зарплате наших преподавателей, что в депутаты прошли мстительные троечники. Угу. Поэтому так и вставляется. Почему деградация вот этого уровня сознания учителя произошла? Не потому, что им платят меньше, а потому, что сам учитель... Я, допустим, министр, я дал тебе меньше, а ты молчишь. Ну, отлично. Угу. Дал тебе еще меньше, еще молчишь. Ну, отлично. Дал еще меньше, а ты молчишь. То же а ты самое не, я ж молчу. То же самое в правоохранительных органах. У них масса проблем была всю жизнь. И кто-нибудь об них, из них говорил в открытую, что у нас есть проблемы, друзья, мы не можем вас защищать, потому что раз, два, три. Сколько лет мы слышим о том, от начальников УВД, Парсенюк, помню, Седнев, все повторяли одно и то же. Ну поймите вы нас, у нас на одного следователя 200 уголовных дел, он не успевает их расследовать. Все, констатировали проблему, легли спать, успокоились, да? А как не расследовалось? Я а не могу, честно говоря, понять. А что такое нерасследованное уголовное производство? Представьте, что сейчас 1 сентября учителя не вышли в школу. Вот у нас. Хорошо. Призывайте их заботаться. Владимир Борисович, так, на самом деле мы призываем не только говорить о проблемах, мы призываем еще и действительно ту же самую полицию создавать позитивный имидж, потому что, ну, наверное, никто не скажет, что вот на Николаевском областном телевидении хоть одно маленькое доброе дело полиции осталось незамеченным. Как только была возможность что-то хорошее о полиции сказать, мы с удовольствием об этом говорили, говорим и будем говорить. Просто, пожалуйста, пусть нам полиция дает больше повода говорить о хорошем, чем о плохом. Да, Андрей, пожалуйста. Это просто психология. Хорошего много, и я могу сейчас очень много хорошего здесь и плохого сказать. Вопрос в том, что чем меньше плохого, тем меньше о плохом будут говорить. Ну, это всегда так было, и, ну, спасибо. Слушайте, писать Владимир о том, что не сняли кошечку с дерева, ну, молодцы, это ваша работа, да? А когда вы не сняли кошечку с дерева, ах, почему вы так делаете? Это ваша работа, вы этого не делаете. То есть, ну, это вывод один, делайте всегда хорошо. Что, Віолетта? Я прошу декілька слів. Не треба... Мені жінка сьогодні під час опитування сказала таку фразу. Не треба узагальнювати, не треба говорити, якщо там був випадок, там... Те ж саме Криве Озеро, шість там поліцейських. Добре, не треба узагальнювати, казати, що вся поліція така. Владимир Борисович, вы собирались поговорить о практических аспектах, и я понимаю, что у вас на самом деле целая масса очень действенных рецептов. Коль скоро мы уже поговорили о том, что нас беспокоит, коль скоро мы поговорили о том, что, может быть, через какое-то время перестанет беспокоить, может быть, действительно какие-то серьезные. Я думаю, знаете, что вот на самом деле эти вот нарывы, это болезни роста, они лопнули, дальше-то, в общем, заживление пойдет, потому что невозможно оставить такие ситуации, как была вот и на Советской, и, собственно, и в Кривом Озере, нельзя оставить это без последствий. Если это не оставить без последствий, соответственно, произойдет какое-то очищение. Я слышал, вот, командир всей украинской полиции, известный под позывным маршал, сказал, что все абсолютно, кто вот так позорно проявил себя на Советской, включая, ну, на Соборной теперь уже, да, включая их командиров, будут просто-напросто уволены, потому что нельзя такое, чтобы происходило. Была позиция достаточно четкая по этому поводу Авакова. Очень оперативно произошла реакция на ситуацию в Кривом Озере. Помните, во Врадиевке все было совсем не так просто. Наверняка что-то будет меняться, наверняка что-то будет происходить, и поэтому действительно Виолетта совершенно права, не надо обобщать. А коль скоро мы поговорили действительно о том, что всех нас волнует, то, что сейчас у нас болит, я думаю, что вполне логично последние полчаса программы, даже уже немного меньше, посвятить как бы всему остальному. Пожалуйста, Владимир Борисович.
Мы начинали передачу с предложения давать практические советы. Вот один из участников нашей передачи, Григорий, еще более чем 2 года назад самостоятельно начал выпускать видеосюжеты, как себя готовить к уличной ситуации, как готовить себя к выходу из дому, как готовить себя, когда ты заходишь в подъезд, потому что подъезд, как ни странно, как для кого-то звучит, это самая страшная территория, когда ты возвращаешься домой. Тебе кажется, все, ты уже дома, за тобой закрывается дверь металлическая зачастую щелчком, а тут могут тебя ждать. Григорий, вот я возьму на себя роль ведущего, с вашего позволения, Ярослав, на минуточку. Скажите, а что вас подтолкнуло к тому 2,5 года назад? Честно говоря, я снимаю перед вами шляпу, чтобы вы тогда начали это снимать. И чем это сейчас закончилось? Или вы продолжаете делать? Потому что я знаю, что одно из ваших добрых дел, это заключается в том, что вы просто охраняете свой район. Да. Микрофончик. Да. Один из известных мастеров сказал, что если ты проходишь мимо зла, гнусности, ты не мужчина. Каждый мужчина должен встать на защиту слабого, на защиту. Это так должно быть. Вот, наверное, из-за этого я там как бы люблю порядок по-своему. По поводу роликов, мы действительно, только это не я, это вместе с Николаевским телевидением, мы организовали несколько сюжетов, и это была как бы наша совместная идея. Почему? Потому что было интересно. Был вопрос зрителей, и были отзывы. Но там были затронуты только такие неполные аспекты. А сама система обучения, то, что я говорил в начале передачи, что действительно нужно в зале заниматься, тренироваться, и не только физически, но и практически. То есть психология, правила. На самом деле правила, которые вокруг нас, мы все о них знаем, только мы зачастую их забываем. И когда мы эти правила постоянно повторяем, они становятся нашим обыденным. И это помогает нам обходить какие-то конфликтные ситуации, в общем, опасности. Поэтому обучение, да, это прежде всего. Обучение – это прежде всего. Потому что вот на тех мероприятиях, которые мы вместе с вами проводили, вот тоже достаточно серьезно уделялось внимание, когда выходит ребенок из дому. Да, как правило, сегодня ребенок включает плеер, подключенный либо к телефону, вернее, наушники, да, все. Он идет, все, он уже не слышит ничего вокруг. На самом деле, вот как раз в этот момент ребенок максимально провоцирует другого, вернее, не другого ребенка, а хулигана, который не имеет что-то или имеет какие-то желания. Он доступен для кражи, потому что он не готов. Он просто идет себе по коридору, слушает музыку. Да? Зачастую человек идет с этим планшетом или смартфоном большим, пишет сообщение, что-то смотрит. Тоже таким же образом, да? Я, конечно, понимаю, когда женщина говорит о том, что как мне купили такие замечательные сережки, цепочку, что же мне это не одевать, мне ходить без этих украшений. Но вот тут вот действительно баланс, что ты сейчас. Я совершенно прав с Ярославом о том, что это временная ситуация, но нам ее надо пережить. Кстати, вот временная ситуация, Александр, ведь вы же ее предсказали. Еще 3 года назад вы конкретно говорили о том, что будет так. А теперь вы скромненькостью уже сидите, и вы не хотите сказать, что будет дальше? Нет, зрители, Владимир Борисович, уже давно требуют у меня предоставить как можно больше слова Ухмановскому, потому что один его короткий выпад был оценен по достоинству. Мне сказали, ну что ж так мало, поэтому я не случайно тут в планшете смотрю, я поддерживаю обратную связь. Надо подумать, Нострадамус в стихах уже излагать, чтобы Я думаю, да, это будет некая былинная эпическая песня, поэтому, пожалуйста, Саша, 3 минуты, получи. Вообще, спасибо. С барского плеча. Борисович, он один из немногих, кто читает мои прогнозы и запоминает, потому что в основном я чувствую себя Кассандрой по мифам. Она всегда верна. Но троянцы не поверили Кассандре. Да. Трое, она может быть, стояла бы правду, но ей никто не верил. Угу.
Смотрите, но я не хотел бы, опять же, нести некую социальную ответственность и не сильно угнетать, а не получится. Вопрос вот девушки, которая позвонила в эфир и сказала, зачем вы так, он очень классно показывает общество. Вот такие люди – это единственное наше пока что спасение, почему мы не свалились в Сомали. Но я могу ответить ей, что вы живете в мире иллюзии, иллюзии безопасности. Андрей сегодня сказал, Лохматов, я вам подтверждаю, сейчас ничего, никакой защиты нет. Мы можем поспорить, я в свое время хотел предложить полиции эксперимент, я могу поспорить о том, что я могу совершить в Николаеве в виде эксперимента любое преступление, дать очередь посреди соборной, взорвать машину, избить человека, и мне ничего не будет за это. Реально. Он мне предлагал поставить такой социальный эксперимент. Социальный эксперимент. Я отказался. Ничего не будет. Если нас не задержат граждане, то нас никто больше не найдут. А если даже вы найдете нас, то мы наймем адвокатов и вас же разгромим. Поэтому, девушка, которая звонит, поймите, что вас могут убить, и вас никто не защитит, и даже не накажут убийцу. И ограбить вас могут, и ничего никому не будет. Сейчас мы живем более-менее спокойно, исключительно по одной причине. Потому что еще никто не понял, насколько все плохо. И люди, у нас отличные люди в этом плане, привыкли не применять насилие. Понимаете? Но как только все поймут, что на самом деле у нас Сомали, начнется ад. Так вот, точку невозврата, о которой я говорил в свое время, мы прошли. То есть мы уже не вернемся, мы не можем обойтись мирным путем. Насилие будет. Все. Единственное, два варианта есть. Первое. Это будет насилие криминальное, и вы будете жертвами. Либо же общество даст возможность полиции творить насилие, и само общество будет творить насилие для защиты. И таким образом тихонечко-тихонечко мы вернемся в русло цивилизации, когда только правоохранительные органы спокойно работают и так далее. То есть, но мирно мы уже не обойдемся. И вы подумайте об этом. Поэтому мы можем только выбирать. Либо же стать жертвой, либо же позволить полиции и требовать от полиции делать жертв из бандитов. И случайные жертвы здесь будут. Вот как бы так, господа. Мы выбираем второй вариант. Посмотрите, я вам сейчас привожу доказательства. И тут очень важно, если можно, я перебегу немного. Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Одно очень важный момент, опять же, о чем говорил господин Евсеев и господин Стужук. Общество, организация. Знаете, что меня всегда поражало? Когда у нас в Николаеве выкладывают видео, как водитель маршрутки избивает пассажира. Извините, 20 сволочей в маршрутке сидят и снимают это на камеру. Давайте посмотрим видео на Соборной. Два быка избивают человека. 10 в погонах случайных людей смотрят на это. Вокруг стоит 50 человек и смотрят, как избивают человека. Хотя можно подойти в пивной ларек, купить бутылку пива, подойти сзади и ударить по затылку, и вырубить просто напрочь. Но мы все не готовы к объединению и к насилию. Потому что если бы 20 человек, вы видите, когда в маршрутке, как можно остановить насилие? Организовывайтесь. Если вы видите, что в маршрутке водитель хамит, унижает, оскорбляет, выбрасывает из фуры, встаньте, возьмите за шкирку его, подними соседа, ты мужик или нет, пошли набьем морду. И только так вы можете остановить насилие, потому что только так водитель маршрутки в следующий раз будет бояться общества, бояться того, что там сзади сидит организованный 20 человек. Кстати, было замечательное видео в интернете о том, как водитель маршрутки там, ну, унизил ребенка, не дал ему выйти, там он обмочился. Пришли просто взрослые дяди и очень сильно наказали этого водителя, причем это выложили, сняли и выложили в интернете. Потом, 20 людей... Да, смотрели на это, да, но... Если такое видео будет появляться, я давно в этой студии говорю, что я думаю, что суд Линча это все-таки не безнадежно забытая практика. Однако вот у Сергея Щербакова есть идеи, а мне зрительница написала фу-фу-фу и не согласна с пессимизмом Ухмановского. А кто сказал, что это пессимизм? Пожалуйста, Сергей Щербаков. Он говорит, что он знает третий путь. Да, третий путь. Нет, третий путь мы только что услышали. Но я хотел бы немножко как использовать даже право рекламы спорта.
пожалуйста, пожалуйста. Как раз этим и занимается. На сегодняшний день у нас проходят в районах, называются казацкие боевые игры или казацкий грай на сегодняшний день, где все желающие, это бесплатно, они в своем районе собираются, где проходит обучение, как индивидуально получать какие-то знания, как и действовать в коллективе. Поэтому на сегодняшний день третий путь – это только один путь. Это мы сами должны стать силой, объединиться. Тогда мы дадим возможность и полиции работать, мы будем им поддержкой, и сможем сами проявлять на любой момент. И это уже доказано. Доказано во многих случаях, где только мы можем решить любой вопрос. Спасибо. Мне вот только что зрители напомнили один очень известный феномен. Он был замечен в Америке, а потом неоднократно исследовался. Чем больше зрителей, тем больше вероятность, что никто не вмешается. Там была история, когда посреди улицы убивали женщину, и огромный район не вмешался просто потому, что каждый считал, что сосед позвонит. Тут действительно так. Чем больше народу, тем есть даже правило, вот если стало плохо, это иллюзия, что к тебе подойдут. Надо говорить, вот ты, товарищ, вот ты, пожалуйста, подойди ко мне сделай. Да, это действительно так. Поэтому сейчас я думаю, что мы вот о таких простых вещах психологических поговорим, но сначала мы послушаем, что нам хочет сказать зритель. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы немножко остановиться на безопасности наших пожилых старых людей, которые в настоящее время проживают в поселке Матвеевка, которых уже неоднократно путем разбойного нападения вымогают денег, бьют, избивают, насилуют и так далее. Хотелось бы обратиться к жителям Матвеевки. Подняться необходимо, не ждать полиции, которая в первоначальное время постоянно выполняли объезды территории. В настоящее время, в ночное время их не видно. Людям необходимо самоорганизовываться, подниматься и принимать меры к этим варварам. Спасибо. Спасибо. Я вам обещаю, что этот фрагмент мы обязательно покажем нашему мэру Александру Федоровичу Сенкевичу и попросим, чтобы он прокомментировал, чтобы дал ответ именно на ваш вопрос. Да, Андрей, пожалуйста. Я бы немножко уточнить, по моему мнению, что такое самоорганизовываться. И то, что вот Саша говорит, да, вот 20 человек в маршрутке, если бы не самоорганизовались, только я прошу не призывать к ответному насилию, и я сомневаюсь, что какая-нибудь там тетя Алла в маршрутке начнет бить маршрутчика, только по одной простой причине. Знаешь почему? Знаешь почему? Она, у нее в голове сидит мысль, не надо ничего трогать, чтобы не было у меня проблем. И вот, собственно, вот эта мысль, популярнейшая мысль в нашем обществе, порождает то, что мы проходим мимо преступлений, домой быстрее закрыться, и не надо мне никаких проблем. А вот самоорганизация должна быть в этом смысле, что мы должны, если мы уже решили, что ситуация пиковая, патовая, с полицией и со всем остальным, и мы начинаем самоорганизовываться, то мы самоорганизовываемся с мыслью ответственности на самого себя. Да? Я увидел на своем пути, не нужно там помогать Матвеевке, Матвеевки должны сами себе помогать. Нужно помогать. Вот я здесь иду, я вижу что-то не так. Все, что в моих силах, вызвать полицию, написать заявление, собраться вместе, решить, подумать, что мы еще можем сделать. Вот, это то, что мы можем действительно делать. Кричит женщина за твоей стенкой, и сосед ее бьет. Вызови полицию, а не сиди и жди, пока он ее убьет, да? Пусть приедет, пусть позвонит, может, это поможет. Кстати, на одной из наших программ... Видите, что пьют во дворе, да? А вдруг это сейчас пьянка закончится какой-то дракой из поножовщины? Вызови полицию, она приедет. Написали заявление, потом человек, который добровольно, молодец, хороший мальчик, умничка. И что, его потом таскают по судам, потом, а он говорит, ребята, ну я живу своей жизнью. Ну, значит, давайте сидеть дома и смотреть, как рушится мир. На одной из наших... Один раз помог, он больше не захочет. На одной из наших программ как раз вот это торжество этого принципа, о котором говорит Андрей, просто тут засияло действительно совершенно неожиданно. Одна из наших участниц рассказала о том, что у них... Во дворе они обнаружили, что отец наказывал ребенка, там, по-моему, 12 часов продержал на коленях на соли, у него начались там нагноения и так далее. Здесь же присутствовали сотрудники соответствующих инстанций, и уже буквально через день пришла информация о том, что возбуждено уголовное дело, и, в общем, это тоже родители просто от детей узнали, что вот у мальчика такое,
поднялись, рассказали, и дальше, в общем-то, дело стало раскручиваться. Но, к сожалению, таких людей очень мало. У нас остается мало времени, и для того, чтобы логично подытожить вот как раз словами наших гостей, я сейчас даю по минуте. Здесь вот у нас есть три представителя совершенно разных школ. Психологических, боевых, педагогических, по-разному можно, философских. Я думаю, что на протяжении программы зрители, в общем-то, ну, поняли, насколько отличаются вот все, кто у нас тут есть, Григорий, Сергей, Михаил. Поэтому я даю вам буквально там по полминуты, по минуте, чтобы вы сказали, где можно найти каждого из вас, если зрители просили рассказать, где это можно делать, если они хотят заниматься у вас, если они хотят с вами советоваться, если они хотят продолжать то, что делаете вы, ну, мало ли. Я думаю, что это будет очень полезная информация. Пожалуйста, начинаем, Сергей, с вас. Казачья школа боевого звучия «Спас». Значит, мы работаем во всех районах. Значит, Парк Победы каждая суббота в 4 часа. Это казацкие граи проходят. Открываются кружки, обучение в школах проходит. А где именно Парки Победы? На аллее Казачьей Славы. Ну, там, где мы постоянно проводим наши мероприятия. Это как бы центр. Ну, у нас есть и в Октябрьском, и в Лесках. То есть, ну, значит, нас можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте, в группе, то есть как бы наши номера везде есть. Поэтому мы занимаемся безопасностью. У нас есть как мужской, как говорится, спас, и есть женский спас, который сейчас активно мы развиваем. Поэтому приглашаем и мальчиков, и девочек. То есть, пожалуйста, Сергей. Боевые традиции Украины. Ой, не Сергей, Сергей, Григорий Хозяина, пожалуйста, Сергей, простите. Областная федерация тэквондо. У нас ряд залов, тренеров. Мы начинаем заниматься в основном с детьми, и, соответственно, в процессе подготовки, развития, они получают всю базу и самообороны, и защиты, и, в общем-то, самое главное – здоровье. Нас можно найти на сайтах, набрать в гугле «Тэквондо Николаев» и выяснится информация. Спасибо. Ну, я думаю, что, в общем-то, полиция охраны тоже есть что сказать. Пожалуйста. Я могу свой... Да, правильно сказали. Я могу сказать одно, что есть люди активные, а есть люди пассивные. Да? В чем заключаются активные? Активные идут в залы, начинают заниматься с тренерами, а пассивные думают, да я лучше посижу в кабинете, заработаю тех же денег и заключу договор с полицией охраны, возьму себе тревожную кнопку. Если у меня будут какие-то проблемы, я нажму, я знаю, что ко мне приедут и мне всегда помогут. Милости прошу. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, Михаил Шелест. Блестящий пример контекстной рекламы. Михаил Шелест, есть что сказать Роману Ивановичу, потом вы, пожалуйста. Еще раз всем привет, здравствуйте. Федерация «Красный дракон», наша база, да, да, к концу передачи, здравствуйте еще раз. Этот, наша база находится на, в школе номер 22. Тренировки проводят понедельник, среда, пятница, с 7 часов вечера. Если вы хотите найти конкретно меня, я есть ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, Михаил Шелест, пожалуйста, приходите, я вас приглашаю. Спасибо. Пожалуйста, Роман Иванович, вы хотели прокомментировать. Так, я хотів прокоментувати той факт, що, ви знаєте, ми всі постійно критикуємо поліціянтів, говоримо щось погане, але коли в нас щось, не дай Боже, трапляється, ми завжди їм дзвонимо. Тому я думаю, що це такий час, який треба пережити, і поліціянтам також треба пройти цей шлях і реформ, і суспільної адаптації. Але на дзвінок нашого телеглядача, який ставив питання про можливість захисту людей похилого віку, я хотів би також додати, що на сьогоднішній день, саме сьогодні, 1 вересня 2016 року, майже в усіх районних центрах Миколаївської області відкрили двері бюро з безоплатної правової допомоги, які надають як первинну, так і вторинну правову допомогу. Для того, щоб було все зрозуміло, простою мовою, первинна допомога – це доступ до права, вторинна допомога – це доступ до правосуддя. Двері відкриті на сайті головного територіального управління юстиції Мін'юсту або Координаційного правової допомоги, можна отримати їх адреси, звернутися, и там будет действительно вам забезпечено высококачественный державный сервис. Спасибо большое. Кстати, я должен сказать, что у нас вот, в общем-то, рекламируется эта служба бесплатная. Как-то ко мне обратилась знакомая, вот что делать? Я говорю, ну, понятно, что сейчас ты на адвоката денег не найдешь, но вот я знаю, там есть. Я каждый раз езжу, вот зайди, я знаю вот этот адрес, потому что так я не помню, но у меня вывеска отложилась. Пошла туда, говорит, ну, что мне сказали? В произвольной форме напиши заявление, нормально. Ну, я, в общем, позвонил, у нас вот был один из руководителей, я ему позвонил, говорят, у вас так со всеми? Не-не-не, пускай приезжает ко мне, значит, я все сделаю.
действительно сделали все отлично. Поэтому я, Роман Иванович, хочу обратить ваше внимание на то, что на самом деле эти центры бесплатной помощи работают очень по-разному и могут отвадить желающих получать там помощь вот одним таким приемом. Я могу сказать, что у нас были три центри до позавчора на всю область, а сьогодні вже 21. 21 місто, 3 місцевих центри, 18 бюро відкрили свої двері, працюють. Надо здесь відкрити центр, тоді буде швидше. Це також проблема людей. Ну, по крайней мере, нам сюди завжди можуть... Роман Иванович, дадите нам список телефонов и адресов всех этих компаний. К нам наверняка будут звонить и спрашивать. Там є всеукраїнський телефон, який ви розмістите. Я хочу сказати, сьогодні проста статистика, як пан Сергій казав мовою цифр. На сьогоднішній день завдяки роботі працівників центру в Україні є 2500 з гаком виправдовувальних вироків суду. 2500 з гаком долей людини було збережено. Я думаю, це вже показано. Дякую, Роман Іванович. Тоді ви казали про багатоканальний телефон. Скажіть, будь ласка, зараз наберуть його у нас на екранах. Я зараз надам, тому що там дуже великі кисти. Добре, тоді, будь ласка, я кажу усім глядачам, завтра ви зможете зателефонувати у секретаря нашого, там просто подивитись приймальні телерадіокомпанії, там будуть усі телефони, ви зможете їх отримати і зв'язатися з питання безкоштовної правової допомоги. У нас залишається дуже мало часу, саме для того, щоб по 2 хвилини виступили наші гості. На жаль, багато часу ми просто обговорювали проблеми, втім, я думаю, що ви вкладетесь у ваші 2 хвилини, щоб сказати найголовніше, і потім Олександр Рахмановський традиційно підведе рису під нашою програмою. Будь ласка, ну давайте з вас почнемо, Сергію, щоб Володимир Борисович вже просто поставив. Александра Рахмановского. Я долго ждал. Очень момент важный затронул был. О том, что полицейские действовали непрофессионально, никто этого не отрицает. Но 50 человек рядышком стояли и ничего не делали. Самое главное, маленький тезис. Любая полиция в любой стране – это отражение своего народа. Это не популярно, но это правда. Японские полицейские, они похожи на японцев. Итальянцы, эти гламурные парни, они похожи на тех итальянцев полицейских. И я хочу сказать, что поэтому, когда мы изменимся, изменится и наша полиция. По-другому не будет. Они не слоны к нам получаются. Вот, пожалуйста, новая полиция, хотя мне слово «новое» не нравится. А это ж с народа взятые люди. Поэтому, извините, плевать в зеркало, это тот момент, когда мы ее критикуем. Нужно помогать, нужно реагировать, действительно. Почему тогда не реагировали остальные? По-другому было. Это маленькая ложка дегтя. Я воспользуюсь рекламой, так как я и сказал, что я также вице-президент Федерации кикушин-карате. И вот напротив 22-й школы есть 39-я школа. А еще есть 18-я школа. И еще очень много адресов, потому что, наверное, наша федерация самая большая. У нас до 500 человек во всей Николаевской области, в отличие от города. Кикушин-карате, контактный вид спорта. Если вы хотите, приходите. И напоследок все-таки я хотел бы сказать такую позитивную нотку, наверное, что все-таки никто за вас ничего не сделает. Все в ваших руках. И я уверен, что сегодняшняя передача даст вам те инструменты, те механизмы, благодаря которым вы сможете улучшить свою жизнь, сохранить свое здоровье и жизнь. Спасибо, Владимир Борисович. Замечательно. Спасибо. У нас столько спортсменов оказалось, да я даже не ожидал, что будет столько предложений по спорту. Обобщаем. На фоне всех событий в нашей стране, в нашей области, мы в Южной бизнес-школе приняли решение о создании нового проекта, который уже стартует как социальный проект для жителей пока нашего города, нашей области, проект «Личная безопасность гражданина и его семьи». Я подчеркиваю, это будет социальный проект, который собирает вот таких патриотически настроенных специалистов, экспертов, знатоков своего дела, которые обучат и технике, и психологии, и физике, и прочим другим процессам, которые позволят защитить каждому гражданину свою собственную семью, свои накопления, свои сбережения, избавить себя от страхов завтрашнего дня. И в конечном итоге действительно стать тем человеком, который может гордиться и своим обществом, и своим городом, и своей страной в целом. Потому что вообще чувство гордости для нашего человека – это нормальное явление. Мне хочется гордиться своим городом, мне хочется гордиться своей страной. Я могу гордиться сейчас немногим, своими друзьями, своей семьей, своей работой. Я думаю, вы испытываете такие же чувства.
Я думаю, что совместными усилиями уже в этом году стартующей программе, а позже мы будем работать уже с безопасностью детей и с корпоративной безопасностью для малого и среднего бизнеса, потому что мы видели, что происходит, какие грабежи и какие рейдерские захваты. Мы преодолеем этот промежуток истории нашей страны, который надо нам все вместе пережить. Но только лишь вместе, совместными усилиями. И с этой полицией, и с другими службами силовыми, и с нашими спортсменами замечательными, и с учеными, и с общественниками. Я думаю, что только таким образом, объединившись вот под подобными программами, мы сможем не просто пережить, а выйти в наше действительно реальное светлое будущее. Спасибо. Вот уже первые отзывы пишут мне. Нашли телефон Шелеста, свяжемся сразу после передачи. Александр Ухмановский, традиционное финальное слово. Ну, еще раз хочу сказать о том, что помните, что так человечество устроено, хорошо или неплохо, человек как вид, большинство идет за активными. Поэтому, если мы пассивные, большинство пойдет за гопотой. Если мы их не хотим, чтобы насилие захлестнуло, как я вам предсказывал, наше общество, давайте будем более активными. Не надо, конечно, идти против вооруженной банды автоматами, боевыми гранатометами, но если хамят, обижают кого-то, мы можем, если мы первые встали, то масса пойдет за нами. Второе. Я хотел бы подсказать народным депутатам Николаевской области, так как вы выбраны от Николаевской области, как Владимир Борисович говорит, ну, нам дайте возможность хоть чем-то гордиться. Вот не могли бы вы, учитывая то, что у нас проблемы давно известные с полицией про их права, не хотели бы вы выступить инициаторами встречи с полицией, с полицейскими и спросить, а что вам нужно для того, чтобы спокойно бандита бить по голове дубинкой и защищать гражданина? И выступить, Николаевская область, николаевские депутаты выступают с инициативой о внесении изменений в нормативно-правовые акты законодательства. Это было бы круто на фоне наших событий. А третье, я хотел бы еще сказать очень неожиданно для многих позитивный такой момент. Начальник патрульной полиции Хатия, да, сообщил о том, что в порядке экспериментов всего лишь в двух городах, Киеве и Одессе, поставили всего лишь 3 камеры. И за неделю зафиксировали на дорогах 198 тысяч нарушений. Сумма штрафов, если бы работала бы, вздумайтесь, умножим на 10 регионов или на 20 городов, да, это миллионы в неделю нарушителей. Сумма штрафов за неделю примерно 12 миллионов гривен. Это в двух городах. Вы представляете, какой-то обалденный финансовый источник поступления денег внутри Украины за счет сволочей, которые угрожают жизни людей. Поэтому, когда правительство примет решение поднимать штрафы, а многие требуют в десятки и сотни раз, и штрафы должны быть невыносимыми, чтобы человек продавал все, что у него есть, за вот малейшее нарушение, то поддерживайте это. Первое, мы одновременно, смотрите, зарабатываем в бюджет много денег, а второе, мы избавляемся от хотя бы таких преступников, как там те, кто превышает скорость, проезжает на красный свет, и таким образом очищаем общество. Олександр Ухмановський, як завжди, пропонує парадоксальні, але дієві рецепти. А я дуже радий, що ми зібралися сьогодні саме таким складом. Усім було що сказати, голоси і думки лунали різні. Втім, як показує реакція наших глядачів, практично кожен із виступаючих отримав своїх прихильників, незважаючи на те, що інколи вони були просто діаметрально протилежними. І я думаю, що найголовніше, що нам усім варто винести з цієї програми, це те, що справді все залежить від нас. Все залежить від кожного з нас. І якщо ми не будемо проходити повз, скажімо так, несправедливість у будь-якому її обличчі, саме тоді ми будемо мати в тому числі моральне право питати у будь-кого окрім себе, а чого ж ти тоді стояв і мовчав? Чого ж ти нічого не робив? Починати справді потрібно себе. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.